Здорово, здорово, ребят. Ну что, мы продолжаем проходить RDR 2. У нас сегодня в планах сюжетные миссии и, скорее всего, до хрена сюжетных миссий. Ну, если будут побочки, то почему бы от них не... Мы будем их тоже проходить. Значит, у нас что по сюжету? Мы должны лбами столкнуть два клана. И они, типа, должны друг друга перегасить, либо... Мы одновременно должны замочить что-то в этом роде. Я уж точно не помню, как там, но будем посмотреть. Так, поехали. Что у нас там? По заданиям. Оба задания и все в лагере. Ну окей. Давай просто на любое. Помчали. Какая тут не очень далеко, так что норм. Я тут в соседнем городишке. И опять кого-то задавил, по-моему. То ли короля, то ли птичку. То есть животных не обязательно. Да, я согласен с сохранениями. Животных тут не обязательно убивать. Они и так неплохо дохнут под копытами. И потом эти трупы можно собирать и жарить спокойно. Никто не запрещает. Это, по-моему, у нас стрелок, да? Привет, дружище, не хочешь поучаствовать в состязании? Понятно. Это на стрельбу. Спасибо, не очень интересно. За это ничего особо не дают. Ну, типа, плавали, знаем, короче. Итак, да давай, наверное, вот мы сразу к этому первому делу пойдем. Артур. Стрелоник. Артур, ты занят? Да нет пока. Что такое? Я знаю, ты считаешь меня изнеженным фигляром. Кем? Человеком слов, а не дел. Практически не мужчиной. Но я думаю, что ты хоть тип и скользкий, как угорь в масле. Но все равно мужчина. Потому что, похоже, я нашел кое-что интересное. Да ну. Ты когда-нибудь грабил дилижанс? Нет, ну что ты. Как ты мог даже такое подумать? Ну, конечно, я грабил чертовы дилижансы. И ты это знаешь. И что самое сложное в грабеже дилижансов? В том, что вооруженные люди пытаются всадить тебе пулю в лоб. Не совсем. Проблема в добыче. Я имею в виду, прибыльно ли их грабить. Иногда. Я знаю. Но что же, если ты желаешь пойти со мной? То я познакомлю тебя с моим новым лучшим другом. Он даст наводку на сколько разных дилижансов с ценным грузом. Что даже самый кровожадный дегенерат, ну, согласится. Но мне довольно трудно тебе, говорит, отказать. Не будем отказывать этому мужчине всейной просьбе. Грабить, как говорится, так грабить. О, отцепилась. Так, давай-ка мы на карте уберем метку. Вот так. Ну, пойдем вперед, и мы все узнаем. Хорошо. Смотри, у тебя тут полно знакомых. Ты же знаешь, я люблю заводить друзей в нижних слоях общества. А как тебя вообще сюда занесло? Я сам себя хочу об этом спросить. Лично у меня тут были кое-какие обязательства. Нужно было покрыть расходы. Расходы? Какие расходы? Тройки, кролики, чтобы доставать их из шляп? В том числе у меня был неплохой бизнес. Акции золотородной компании. Великолепная прибыльная для состязательных инвесторов. Но все пошло прахом после тех проблем с законом. Да, так оно всегда бывает. Кстати, спасибо за то, что смылся во время той истории с Шоном. Я сделал все, что мог. От каждого по способностям, мой мальчик. Знаете, парни, вам бы лучше быть поосторожнее с этими двумя семействами. Город маленький, а люди любят болтать. Я говорил про это Хоздей. Ну, а ты же его знаешь.
В общем, пока они ищут радугу, под которой закопан горшок с золотом, южан, предлагаю тебе нечто более реалистичное. А куда именно мы направляемся? На станцию. Тамошний клерк Олден удивительный человек. Он много знает о том, куда и куда в этих краях едут дилижансы. А, понятно. Понятно. Короче, нам сейчас наводочку сделают. Что же нам все-таки надо обнести? Не вопрос. Только что-то этого чувака не припомню, когда он успел к нашей банде прибиться. Мы прибыли. Лошадей можно привязать снаружи. Артур, я тебя представлю. Ну, давай. Привяжем лошадку. Коль такое дело. Все, мы на почту идем. Вернитесь к Трилоне. Так я от него далеко не уходил. Ну так-то фигли не работать. Да, ему дали наводку, он сейчас пойдет, все обнесет, да и все. Украл, выбил в тюрьму. Украл, выбил в тюрьму. Романтика. Скор, 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 спасибо за донейшн. Скор, 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 thank you for donation. Хорошего коня тебе. Голосом Стиви. Спасибо. Спасибо, Серега, за поддержку. За сиськовер. А коня уже я почти в самом начале самого крутого себя отхватил. Так что он борозды мне не испортит. По крайней мере, пока его не заберут. Ну, это без спойлеров, короче. По идее, вроде не должны забрать. Точно не помню. Ну, если что, спиздим еще одного. Че мы, блядь, не цыганишь, что ли? Так, ладно, давай. Привет, Джосай, как поживаешь? Роскошно, а ты, друг? Как я и говорил, времена настали тяжелые. Моя старуха плохая женщина, даже ужасная. Таких, как она, много. Как дела на работе, Олден? Серега, за это кошмар. Ты не бухаешь? Мы же из-за тебя слились. Ну зачем? Я же просил тебе не говорить. Да я шучу. В смысле я не бухаю? Я не должен бухать, почему? Я сегодня планировал вообще. Мы же планировали вроде в кооперативе постримить. Я вас ждал, никто не отвечает, но и хрен с ним все. Я посижу в РДД, позалипаю. Че бы нет. Давайте тогда в следующий раз перенесем кооперативный стримчик. Че же нет-то? Будем, наверное, четвером уже играть. Я думаю, числа 30-го. Четвером можно собраться и полупить Left 4 Dead 2. Я тут недавно еще себе приобрел этот Dark Souls Remastered. Я вот думаю, может быть, все-таки после Бэтмена попробовать его погасить. Вдруг получится. А? Только хер знает, что там качать, что куда. Но это вот надо, это надо разбираться. Это надо пережить, короче, как Cuphead какой-нибудь, знаешь. Серега, за супер. Так, так говорят с тех пор, как изобрели колесо. Начальство вечно что-то замышляет. Знаю, я с коллегами в таком положении, что нам сложно выполнять свои обязанности. Олден, мужчина в положении, это вообще не мужчина. Мой друг Артур приготовил для тебя подарок. Какой, блядь, член здоровенный, я не знаю. Что? Че ему надо? Какой? Какой подарок? Я ничего не готовил. MR.TOS. Держи. А я и не из-за бухла сливкался, а по делам. А вот у тебя что там за тусы? А, тосты че не бухаешь? Серега, за ты на PlayStation 5 играешь? Нет, не на PlayStation 5, у меня нет пятой плойки. ПК, чувак. У меня максимум четвертая есть. Вторая, третья, четвертая есть плойка. Но стримить на них не особо вариант.
Поздравляю бабулю с 80-летием. У моей бабули 80 сегодня. Я бы сказал, не каждому дано дожить до таких годков. Честное слово. Ладно, погнали. Так, он говорит, свой, человек нашего калибра. Ну хорошо. Сейчас самое время. Джосайя, тебе это понравится. Он поедет на юг по дороге вдоль реки, через Сильтвотерстоун. Спасибо, говорит, большое. И еще, Джосайя, если ты или Артур будете в Стробери или в Фанхен, выпишите моего коллегу по имени Гектор. Он тоже один из... Про то, как нас сказал, в затруднительном положении, Олден. Именно, в затруднительном положении. Мне нравится, как это звучит. Ладно, до свидания. Серега, за это все из-за севера. Кевдор говорит при рождении. Куот, живи долго или умри сразу, Куот. Это все из-за севера, Кевдор говорит при рождении, живи долго. Ну, как тебе сказать? Насколько я заметил, то что если человек очень долго прожил на севере, и потом он переезжает на ПМЖ куда-нибудь на юг, то у него часто появляется до хрена хронических заболеваний. Я не знаю, с чем это точно связано, но у нас тут в Калдоре, по крайней мере, до хрена радиации, я тебе скажу. Может быть, это как-то провоцирует. Не знаю. Может быть, опять же, смена климата. Не знаю. А что я говорил? Проще не бывает. Похоже, что в наше время много стационарных служащих этим промышляют. Зарабатывают они кроки, да еще и профсоюзы их обирают. Вот они хотят подзаработать на стороне. Опять же, по его словам, там в Стробере много работы для человека твоих талантов. Серега Зе, я заметил, что в Курской области народ после 40 выглядит как у нас на севере за 60. Но опять же, климат... Один мистер-панкозаболеванием в области. Ну вот, тем более, онкозаболевание первое в области. Но онкозаболевание – это стопудово отрывка, блядь, радиации, грязного воздуха, большого выброса, допустим, металла, там, фосфора и так далее. Кстати, я заметил то, что у южан, допустим, у них из-за большого обилия солнца, у них как-то по-другому кожа выглядит, не так, как у северян, допустим. Она у них такая, как морщинистая, более. Но я имею в виду то, что у людей из среднего возрастной категории как-то вот так вот выражается. Я устрою небольшое представление, ты сможешь обижать дилижанс, открыть ящик и забрать из него все добро. А я как открою денежный ящик, если я не буду представлять пушку в голове его хозяев? Вот это должно помочь. Я могу это сделать тихо, но я надеюсь, что полная тишина не понадобится. Но ты пожелаешь, чтобы у тебя нет затычек для ушей. Мисс Дэнсон. О, отлично, Олден, отлично. Солнце старит, это факт. Ну вот, я думаю, то, что оно как бы старит, это, конечно, ну, только мое, там, скажем так, жизненное наблюдение. Короче, по заданию. Усатый, ты вот этот хмырь, который на педика похож, он, короче говоря, будет отвлекать дилижанса, я должен по стелсу подойти к этому дилижансу сзади и отмычкой скрыть, короче, какую-то коробочку за бабло. Ситуация. Не доставай, говорит, сразу же оружие. А чё он так медленно едет? Эй, мудила, кобылу-то пришпори нахуй. Я подскочу вперед, попробую остановить дилижанс. Не приближайся, не дай бог тебе, если там заметят, ты все испортишь. Релони. Так неплохо его видно. MR.toaster. Без мокрухи. Да, надо по-тихому, походу. Как говорится, незаметно подошел, тихо спиздил и пошел. У меня вот лошадь вообще медленно едет. MR.toaster. Срок меньше. Возможно. Но нам как за групповуху, по идее, висельница грозит.
По-моему, любое почти преступление в том в те года 1899, по-моему, за всякую хуйню вешали сразу. Там нес дилижанс, хуяк на плаху пошел. Серега Зе, а ты разве не прошел РДР 2 ранее? Я на PS4 не смог с этими тормозами. А на ПК с удовольствием всю прокайфовал. В онлайне не зашло. Я проходил ее на 4-й плойке. Ну, где-то месяца через 3, как она вышла, я ее купил по скидону. Тормозов я там не заметил никаких. Без проблем вообще прошел от корки до корки. Но тут решил переиграть, почему бы нет, игра-то хорошая. Плюс еще посмотреть заодно, как ее на комп портанули. Сколько? Год, наверное, два прошло после выхода ее на консолях. Потом только ее ломанули на ПК. Че бы нет, попробовать-то хочется все равно. Ну, как бы, онлайн я тоже себе даже не пытался туда залезать, потому что все плюются, короче, от этих гринделок, дрочилок, блин, и однообразных ивентов вот этих. Ну, не знаю, кому-то нравится вообще. Кто-то там часов по 300 там бегает и зовет всех остальных. Кому как, короче, не знаю. Я посмотрел просто вот RDR онлайн, кто там чем занимается и так далее. Мне не зашло. Мне там будет скучно. Ладно, поехали. Поехали воровать. Нью-Йоркская аудитория. Они оказались довольно жестоки. Так, а ничего-то, что в Нью-Йорке живут педанты и дураки, уверенные в том, что мы на Западе не имеем ничего общего. Всецело с вами согласны. А вы не могли бы... Это всего лишь маленький концерт в Блэквотере. Но не могли бы вы сейчас что-нибудь исполнить? Я ищу меццо-сопрано. Я даже не знаю. Подожди, а как они хотят? Вон тут и негр стоит и пялит прямо на меня. Как я подойду к коробке-то? Ладно, баба будет петь. Кучер там сидит. Они все обращены взглядом на того чувака. Но он нигер, что он себе позволяет? Это ваш долг, говорит, перед Вест Элизабет. Может, нигера надо хлопнуть? Пока она поет. Не заметите, незаметно обчистите денежный ящик. Вот, теперь он ушел. Ясно, он, видимо, по скрипту сваливает. Берем. Незаметно уйдите. Да пиздец, незаметно. Ну ладно. Не будем придираться. Дождитесь отправления дилижанса. Серега Зе, а вы в Диапрочек не играли в коопе? Забавная гномичья игруха в пещерах. Диапрок? Нет, я даже не видел, по-моему, ее. Вчера мне на глаза попалась по скидке. Как же игруха там? Короче, тоже кооператив. Ты там под водой, чуваками, должен что-то акулу, по-моему, какие-то отстреливать или что-то в этом роде. И этот, как его, по-моему, кто-то один, типа, играет за акулу, а остальные за дайверов играют. Вроде как-то так. Может быть, просто за дайверов улыбаете против акулы. Ну, по-моему, там был геймплей в трейлере и за акулу тоже. Вроде интересный проект, не знаю. Таких, по крайней мере, я пока еще не встречал, чтобы что-то, какой-то подводный кооператив. Дипрок, по-моему, я даже что-то и не видел. Отлично, сэр, отлично. Это было нетрудно. Ты все сделал сам. Мы работали в команде, мой мальчик. Вот. Спасибо. О, отлично. Заходи к Олдену время от времени. До встречи, Артур.
Ну и чё? 750, мне 375. Ваша доля 187. Заебись, всё, банде отошло. Охуенно. Я, блядь, валяюсь, короче, с этих делюк вообще. Берешь, воруешь, короче, один хуй. Половина делится в основном, ну, как бы половина, ну, на двоих, если вы там в деле участвуете. Плюс еще, короче, ты банде половину отстегиваешь. И в итоге у тебя за любое задание 100 баксов, блядь, ну, 150 максимум ты заработаешь, и привет. Больше разговоров было, честное слово. Так, да, похуй, все равно сюда куда-то. То есть, короче, братву банде отстегни, бабок им слей, долю, которую Серега, ты Серега, заработал, тоже а отдай. А я в коопе не думал пройти? Или уже было? Нет, не было. Я думал насчет вообще в целом серии Dead Space, как бы, но... По-моему, там что-то планируется у них же ремастере. Это во-первых. Кстати, что у меня по шмоткам? Надо что-то продавать. Вот. Я вот думаю, может быть, дождаться ремастерит, а потом все остальное пройти. Так, все, я уже все, что можно, уже продал. Но вообще, как вариант, как вариант. Я ее проходил очень-очень давно. Как только она практически вышла, четвертая часть, я имею в виду, третья. Третий Dead Space. Как только она вышла. Ну, естественно, я проходил ее один. Самые клевые это первая и вторая. Третья, ну, как бы так, ну, блин. В оперативе любые игры интересны. Я тебе так скажу. Спасибо за донейшн, скр-скр-скр, thank you for donation. Делюга в банду. Я думаю, банда охуела на самом деле. Потому что я им так, блять, бабло сливаю уже по-жесткому. Я им, считай, весь лагерь отстроил. Ну, просто все, что нужно, я им купил. Мне это обошлось что-то там примерно 2 с хуем куска, короче. Потом я им так просто бабки сливал. Сколько золота я ему туда отнес. Мастер первый должен быть. А да, также да. Новая игра на тему. А третью в коопе неплохо, мы бегали с корешем. А там вообще Моя точка тостер. Я вот ни один диаспач не играл. Страшная она. Ну, вообще, да, считается то, что она довольно-таки страшная. Там бы вроде кооператив же, на двоих только, разве нет? Потому что, насколько я помню, там типа по сюжету там 2 человека всего бегают. Или там можно троем носиться. Не, если троем, то прикольно. Прям вообще будет прикольно. Третья, она, по-моему, самая менее страшная из всех. Серега, за шкурный вопрос. Донат 100, а оплата 126 рябчиков. Кстати, шкурами я тут тоже пытался торговать. Вообще невыгодное дело. Я думаю, самая такая все-таки жуткая... Первая часть. Вторая, там больше экшена. И скримеры присутствуют. Ну, прям такие... Внезапные, более-менее. Третья самая такая лайтовенькая в этом плане. Но они там больше потому, что мутили кооператив именно сделать они хотели. Не знаю, как он там работает вообще, насколько человек он там максимально. Я думаю, этот вопросик надо бы обкашлять и загуглить, можно ли так сделать. Так, мы за Мику. Мы сейчас Мики будем. Задание выполнять. Мика. Блаженцы миротворцы, ибо будут они наречены... Слушай, Молли. Ну, как там говорится, сдается мне это высказывание не подходит ни тебе, ни мне. Но это потому, что ты пастушок, человек весьма ограниченного интеллекта.
Не сомневаюсь. Пока вы со стариной дачей носились по округе, обтывая нас еще глубже в дерьмо, мистер Пирсон, кажется, нашел способ, как облегчить нашу ношу. Пирсон, тебе не интересно? Ну, наверное, господа. Дач, давай, толстяк, ты ему расскажи насчет мира, Дач, с Адрискалами. То есть, мне кажется, я знаю способ. Ты что, вообще несешь? Говори внятно, толстяк. По пути в город я повстречал пару ребят Адрискала. Думаю, что мне придется туго, но как вы знаете, каков я в бою? Как загнанный в угол тигр. Жирный в угол загнанный тигр. В общем, дело до того не дошло, и мы разговорились. Они предложили организовать встречу, чтобы уладить все вопросы, как джентльмены. Коль Мадрискал. Вы совсем рехнулись? Ты же постоянно нам говоришь, Дач, делать то, что нужно сделать. Но не лезь в драку понапрасну. Они хотят устроить встречу? Это ловушка. Ну, конечно, это почти наверняка ловушка. Но попробовать стоит. Чем мы рискуем? Тем, что нас застрелят. Нас не застрелят, потому что нас будет защищать ты. Если это ловушка, ты их перестреляешь. Если не ловушка, то такой шанс. Я не вижу в этом никакого смысла. Мы обязаны рискнуть. В «Звездных войнах», по-моему, адмирал Акбар такой на рыбу, блядь, похожий, орал. It's a trap! Что-то такое, короче. Я убил брата Кольма. Много лет тому назад. Потом он убил женщину, которую я любил. Как ты говоришь, это было давно, Дач. Такая театральная пауза постоянно. То трещат, как телки, блядь, то молчат. Идем. Ты и я, а Артур больше никого не берем. Как же я? Сейчас не время для тигров, друг мой. Угу. Короче, три главных персонажа банды идут договариваться со своими врагами. Прикольная, кстати, лошадь вот эта коричневая. Я так понимаю, по ее размерам она похожа грузовая. По крайней мере, вот с такими копытами я грузовых лошадей видал. Забавно. А у той лошади яйца висели. Так, ну давайте. Скачем медленно, читаем. Черная пятница на зоне. 3070 за сотку всего можно взять вместо 200. Тридцать семьдесят за сотку можно взять вместо 200. Ты про видюху, что ли? Я вообще зоном никогда не пользовался. Я не знаю. Но это, видимо, такая-то, ну, торговая площадка, да, если я не ошибаюсь? Типа Алиэкспресса там. Только поприкольней. Тридцать семьдесят. Ну, я так понимаю, это что вы про видюху, да? Ей красная цена 50к. Ну вот, чувак, тут инфляция, блядь. Тут, этот, как он... Как диодные переходники или что-то такое там. Микросхемы. MR.toaster. Микросхемы совсем дорогие. Были. Микросхемы дорогие, отсюда такие бешеные цены. Сейчас, по-моему, даже из этого будут придормаживать выход Steam Deck. Потому что они не могут рынок снабдить, да, нормально. Онлайн-магаз российский. Видюха. Но цены конские. А так 50 скидка. Я думаю, лучше такие... Ну, я думаю, лучше видеокарты брать как минимум через 2-3 поколения. К примеру, есть 1070 Ti, это вот типа стандартная сейчас видюха, которая практически у всех, ну типа основоположник, блядь. Следующий лучше брать типа, я не знаю, там 3080 рановато, но где-нибудь, если допустим они вот там идут, там 2070, потом 2070, 3070, я вот думаю, самая оптимальная тема брать 4070, но тоже по определенной цене, когда она не будет стоить как сбитый Боинг, нахуй.
Серьезно. Игры, как говорят разрабы, так как проблема с полупроводниками и так далее на рынках, короче, люди не могут себе позволить дорогие видеокарты, поэтому мы будем выпускать, стараться использовать максимально ресурсы старых видеокарт, но выпускать под них новые игры. Sega за Cinetex GeForce GT 210 за 3000 тогда. Ну, не знаю, сегодня примерно вот такую вот GeForce GT 210, или я не знаю. Короче, какую-то вот, допустим, я видел просто на барахолке сегодня у нас в Ковдоре. 1000 рублей, видюха. Старенькая. Гигабайт, по-моему, может быть, 1.5 гигабайта. Где-то так у нее. 1200, по-моему, просили. Не, ну, если ты хочешь себе игровой ПК собирать, то, соответственно, не плати, блядь, дохуя. MR.Toaster. Хуа ты вспомнил. Хочешь игровой ПК, блядь, пожалуйста, плати бабло. Серега З. Кстати, NVIDIA объявила о скором выпуске 4000-й серии. Ждем. Вот. Так что, если, допустим, у тебя 1070-я, то лучше брать 4070-ю. Ну нахрена просто переплачивать себе? Они каждый год, как айфоны, блядь, будут выходить. И что, ты же будешь, допустим, ты купишь себе видюху за 150 штук, нахуй. Она выходит следующая, чуть лучше, блядь, через год. И тоже будет 150 косарей стоить, а то и 200, нахуй. А новую ты карту уже так не продашь. Ну, точнее, которая у тебя есть предыдущая. Ты ее уже не продашь за такую цену, надо, естественно, будет сбавлять, потому что она уже пользованная, она не первой свежести, пусть она и на гарантии, но тем не менее, все равно. Поэтому, если брать, то максимум через 2-3 поколения. Как бы все равно, допустим, если ты поиграть хочешь в игры, которые выходят, которые будут выходить... Серега З. На 3... Я глянул, сколько комп стоит. От 300 тысяч. Ну, DDR5 по таймингам разочаровало. Подожду до 2023 года. Ну, а что тебе в 23-м году, думаешь? Нет, если короче, все будет начнет дешеветь, то это только будет как бы на руку. А если нет, то лучше терпеть до последнего и откладывать бабло, и лучше купить нормальный комп. А по поводу цены, там, 300 тысяч... Я не знаю точно, как бы, но, блядь, я, допустим, видел на днях игровой стол. То есть там крышка, блядь, как парта в первом классе открывается, такая, чик. И, короче, блядь, там видюха, просто там все под стеклом, подсветочка, вся хуйня, короче, все под кулерами. Это у тебя все под руками крутится, все классно выглядит. Но, блядь, это и стоит денег, как бы, понимаешь? Кто-то пытается наоборот наебать. А чьи тебе тайминги? Че совсем мало. Просто я не смотрел, сколько на DDR5 минимум. Серега З. Дело не в цене. Это недорого. Просто качество новых технологий не стоит того. Вот и остается ждать. Но все равно, как бы, технологии-то развиваются, вот в чем дело. Поэтому лучше что-то брать через поколение, что-то лучше вообще брать через 2 или 3 поколения. Чтобы, ну, реально, это как FIFA, блядь, которая выходит из года в год, как бы, ты, допустим, поиграл в FIFA, блядь, в 15-м году, короче, и ты поиграл в FIFA в 16-м году, и такой, блядь, ну, что изменилось? Вообще минимально, ну, нихуя, как бы. Но если ты поиграл, допустим, в FIFA в 15-м году, и потом где-нибудь в 23-м году, ты такой, блядь, нихуя, вот это разница. Вот я думаю... Придерживался такой политики. Лучше немножко подождать, чтобы охуеть потом от прогресса, скажем так. Ну, типа, ты лобал, короче, в электронику, где волк яйца ловит, а потом тебе PSP удали. Типа того. Да, пусть этот будет дороже, но зато ты заметишь ощутимую разницу. С консолями тут, видишь, тут все понятно, короче. Ближайшие пару поколений там нехуй меня будет ждать. Сестра жены развела на FIFA 2022 на PS4. Терпеть не могу FIFA. Я вообще нахуй спортивные симуляторы не очень. 1-2 раза в жизни пробовал играть в хоккей, короче. Это, блядь, не мое вообще. И гоночные симуляторы тоже нет. Вообще никак. Гонки и спортивные игры явно не мое. Мне просто там неинтересно.
Ладно, погнали. Дохуя читать текста. Знаешь, мы с Кольмом что-то там, что я не припомню, когда было по-другому. И до сих пор ведете, не забывай об этом. Вот снова Фома неверующий. Есть какой-нибудь план, который тебе подойдет? Может, ты и прав, просто я нервничаю. Давай не будем больше убивать людей без нужды. Я не предлагаю убивать, наоборот, помогаю сохранить жизни. Так ты говорил, что за нами гонятся Пинкертоны? Из-за Блэквотера. И Левит Корнелл со своей частной армией. И кто знает, во что выльется эта грызня с местными? Разве мы можем позволить себе воевать с ними со всеми, да еще и Адрискалом? Слова твои не лишены смысла. Очень на это надеюсь, джентльмены, но, как я уже дал понять, мне не по себе. Спасибо за донейшн! Скр-скр-скр! Thank you for donation! Так, погнали на куй! Так, народ, погнали нахуй, ёбаный в рот! Пиздец. А я не знаю, мне интересно, почему YouTube ничего не предъявляет за сиськоверт. Может быть, он не может со скью его уловить, поэтому сиськами не считается. Я не знаю, правда. Это какой-то парадокс. По идее, это 18+, как бы. Я такого не ставлю, а жесткого ограничения. Интересное дело. Сиськи вообще интересное дело. Даже уникально-удивительное, через дефис. Мы пойдем туда, найдем для тебя подходящий насест. У тебя ведь есть винтовка? А да-да. Ну вот, мы с Датчем отправимся в логово льва, а ты будешь нас прикрывать. Не нервничай, пока я не дам повод нервничать. Все будет хорошо, у нас же есть ты. Серега, постараюсь. Я просто админам тоже нравятся эти рукава. Рукава, блять. Мне почему-то пожарные бронзбой-то рукава, короче. Представь. Эй, что-то меня вынесло. На той высоте есть люди. Выглядят как у Дрискова. Мне не нравится, когда за нами следят. Мы уже близко, скоро ты будешь следить за ними. Может, он прав, Датч? Может, я в самом деле перегибал палку? Зря подвергал нас опасности. Просто я вижу в эти рты, которые нам нужно кормить, и замахиваюсь на неподъемные цели, а слишком заботящихся о людях, вот в чем моя беда. Заботы слишком много не бывает. Бля, я вот еду, короче, и смотрю на этого чувака впереди, он ебашит просто в кожаном плаще, как у него, блядь, там просто все не вспотело. Там стопудово дикий запад, там, наверное, плюс 30 жара, блядь, ну как минимум двадцатка точно мается. Это прикинь, в коже, короче, блядь, на лошади скакать в двадцатник, на. Это же пиздец. У него, наверное, прелая спина и прелое очко. Вы порите чушь оба. Возможно, Мика нас обманывает. Возможно, Кольма Дрискл нас обманывает. Быть может, разговор об этой великой нации, обещание равенства, свободы и справедливости
Все это тоже вздор. Но они стоят того, чтобы пытаться. Они стоят того, чтобы в них верить. Неужели ты этого не понимаешь, друг? Я не знаю. Попытайся, я прошу лишь об одном. Попытайся. Все, они, кажется, напизделись. Ладно, пастушок, здесь разделимся. Встретимся на поле. Найди где-нибудь место повыше и присмотри за нами. Хорошо, хорошо. Как бы там ни пошло, встречаемся у дорожной развилки. Будем ждать тебя там, приятель. Так, нет, давай-ка мы на лошади туда проскачем, потому что ебашить нам, наверное, скорее всего, вот на тот склон рядом с деревом. Ну, почти. Где-то там. Скорее всего, там нужно будет нам засесть, нужно будет засесть. Ой, ёпти, мать. Надо будет со снайперкой там засесть. Тихо, что это за сундучок такой? А, это хуйня какая-то. Свалка, блядь. Серега Зе. Я ее за 64 часа прошел. Но эти края до Баоли знакомы. Я немного побольше. Я не помню, сколько времени, но там... Я примерно прикинул, то что там один эпилог, блядь, 10 часов я проходил. 10-12 часов. Вообще, короче говоря, по этому... Так, это вот то, что надо. Короче, основной сюжет проходится... Я гуглил это дело. Основной сюжет проходится за 42 часа. Или 41 час. С побочками вместе 81, по-моему, час. А если как перфекционист проходить, 170 часов. Как-то так. Заебись, мне что, на трупе валяться? Как бы падали тут, убрали. Поддерживайте, чтобы посмотреть бинокль. Угу. Но тут сейчас замес будет. Они, скорее всего, сейчас наедут на корабль. Такая стычка местных мафиози. Ты принес, а ты принес. Здравствуй, Дач. Давно не виделись. Добрый вечер. Здорово, Вольф. Они все так же верят в себя. Лучший мир, праведный мир. Миссия с поездом вначале мне понравилась. Там, где надо, короче, этих, как его... Серега за добрый. Я так понимаю, там, где надо народ было, да, сначала убивать... Бежать по вагонам, там, да, по крыше, короче, потом тормозить поезд. Да тут много, кстати, интересных миссий. Причем даже не обязательно сюжетных. Постанова, типа режиссерская, прикольная. В плане том, то, что ну, тут разрабы действительно постарались. Это не все интересно сделали, как бы. Игра хоть долго раскручивается, но потом классно набирает обороты. MR.Toaster. 170 это зачем это куда? Я всего Ведьмака с допами за 150 прошел. Ну как-то так. Ну тут видишь, 170 часов это просто, ну, там включается, видимо, допустим, собери все пистолеты в игре. Ну, типа все разновидности собери, там найди их где-нибудь, убей всех легендарных животных. Вот тебе такая вот хуйня, короче, там, ну, чтобы на платину. Типа, нахуя этим заниматься? В Ведьмаке там дополнения очень длинные довольно. Ну, Кровь и вино, по-моему, самое длинное, да? Или Каменные сердца, может, я путаю. Не знаю, я вот эти вот два дополнения, Кровь и вино и Каменные сердца вообще не проходил. Но вот у меня чисто зачистить все карты, короче... В Ведьмаке
Я не знаю, нет, не корона. Я бы на работу туда не ходил. А ты чего кашляешь? У нас, кстати, недавно, кстати, анализы на корону сдавал, все норм. Эти, как его... Ведьмака, я всю карту, короче, все карты зачистил, вот все вот эти знаки вопроса, активности, короче, я зачистил. Собрал все сеты, короче, этих, как его, костюмов, ну, типа там, класс кота, короче, вот школа кота, школа волка и школа медведя, школа змеи, школа кота и школа медведя, короче. Я вот эти вот все костюмы там пособирал и все такое. Вот, я не помню, сколько у меня, ну, тоже под сотку, может быть, 120 где-то часов. По-моему, под сотку у меня это время заняло. Не скажу точно. Серега Зе. Я в пятницу поеду сдавать снова ПЦР. Должны дать порядковый кукареку код. Да, это действительно, блядь, кукареку нахуй полнейшая. Что с этими QR-кодами сейчас творится по городам, жопа полная. Не за продуктами народу не сходить, нихуя, блядь. Просто смотришь ролики, там вообще просто вау, ёбу даешься. Что просто творится, блядь, с этими QR-кодами и с этим вообще с целым коронавирусом, прививками, бред Даман вообще полный. Даман 72. Привет, друг, лайк. Здорово, Даман. Я думал, у него татухи. А как прошло то ограбление? Какое из них? О, это мне нравится. Как я и говорил, харизматичный лидер. Нас с тобой теперь все ищут. Нас обоих. Мы с тобой многим насолили. Знаешь, мне пообещали награду дать, если я тебя поймаю. То, что не согласился. Но я пока думаю. Мне жаль. Что так вышло с твоим братом? Да ну, он мне никогда особо не нравился. А мне нравилась Аннабель. Ты всегда был дамским угодником дачи Вандерлинда. Это я в тебе уважаю. Что ты хочешь мне предложить, Кольм? Нашей вражде конец. Нашей вражде конец. Ну хуй знает. О, пизда. Взяли, блядь, вырубили. Он умер. Здравствуй, солнышко. Ты ведь не умер? Пока нет. Уйдите от Дрифкова. Они убили Шеймуса, а пошли они все в задницу. Так, мне надо как-то вот ползти, наверное, от них. Но меня сейчас, скорее всего, опять, по-моему, вырубят. MR.toaster. Потушили свет. Да. Выщелкнули. Выщелкнули его знатно. Кстати, тостер, что там у тебя за бортом? Сколько градусов ниже нуля? У меня сегодня, блядь, весь этот... Весь день сегодня с утра у нас показывает минус 25. Еще и подстрелили, короче, Артусика. Стопудово его какой-то индеец везет. А, наконец-то, положи его оружие вон туда. Понятно, меня, короче, забрали в плен. MR.toaster. Я не смотрел, но холодно, что ППЦ вообще ноги отпарил. Ну глянь, если у тебя градусник есть под рукой. У нас три. Сухомятка на улице. Вот пиздец, да? 3 градуса нахуй, а у нас минус 25. Какая разница? Ебануться просто. У нас сегодня вот так вот. Что-то там минус 23, потом обратно 25 чувствую, блядь, под утро. Точнее, ночью. Температура сейчас вообще упадет. Будет где-нибудь минус 30-ник. Но я сегодня, кстати, посмотрел, у нас
продолжительность дня сегодня 3 часа 42 минуты. Темнеть начало в 14:30, где-то так. Ну, это чисто так. Справочка, как у нас работает полярная ночь, если кто не знает. Рад тебя видеть. Здравствуй, Колин. Как твоя рана? Я ее почти не чувствую. Почувствуешь? Какую-то шапочку на него напялили. Заражение вот мерзкая штука. Вопрос. Хочешь вернуться на родину? Нет. Нет, ну если тепло одеваться, то вполне нормально. У меня вон куртка, допустим, зимняя, спокойно, -35 выдерживает. MR.toaster. Ща пишут 21. -21 у тебя, ну. Кстати, это тоже зависит, смотря еще какой этаж и где расположен дом. Ну, типа, ветреная, подветренная сторона, такая хуйня. Ну, понятно. 21, но у меня больше, у меня вот 24-25, вот так вот весь день, короче, показывает. Вызвать, у меня тут гаражи, в принципе, рядом. Может быть, оттуда веет холодом. Не знаю. Почему ты до сих пор работаешь на даче? Мог бы вступить в мой отряд, стал бы зашибать нормальные деньги. Привет. Деньги? Здорово, Довлад. Я с вами 16 лет прожил. Подштанники еще где-то валяются. Довлад Павлов, как дело? Дела, Довлад, отлично. Я подштанники, допустим, уже давненько никакие нахрен не одеваю. Я просто себе купил эти баллоневые толстые, блядь, штаны на случай -25-30 градусов, которые делают фить-фить-фить по морозу, нахуй. Зато заебись, яйца не мерзнут. Можно спокойно гулять и так далее, заниматься своими делами. Единственное, что пока, допустим, до работы идешь, ресницы, короче, замерзают, и потом просто на них бедышки, блядь, остаются. Ага, пошел утром в школу, посмотрел на солнце за стеклом, а домой пошел уже темно. Неверно. В школу мы всегда, когда шли, было темно. Пока мы находились в школе, где-то во время обеда, короче, допустим, условно говоря, школьного, там... светило солнце в окно, и потом мы уже со школы топали в три часа уже начинало темнеть. Стандартная хуйта. Да, Влад Павлов, я только в РДР-2 дошел до такого момента, как они переехали. Они будут раз пять, по-моему, переезжать. Ну, я и говорю. Серега З. Я еще с Буштыркова в трехью школу по 20 минут ползал. Такая даль. Ну да, да. Получается, самая дальняя точка города у тебя. Баштырки, вот Комсомольская, 3, это самые такие дальние районы. Ну а что делать? Закутались и попиздили в школу. Зато физра была, блядь, в бассейне. Вообще охуенно просто. -25 на улице, а вы еще пиздуете в другую сторону города, в бассейн, там плавайте. И, как обычно, дети особо не утираются, нахуй. Сырыми головами ебашили домой. Вот ты везучий. У меня в городе уже, Довлад, сугробы давно. У нас сегодня, по крайней мере, у меня показывает -25. У тебя в городе снег выпал? У меня показывает -25 на улице. Ну, в разных местах города где-то 21. Серега З. Да, Басик был шикарен. Там же ремонт сделали. Басик, наверное, был шикарен. Я вот на физру в бассейн вообще никогда не ходил. Один раз я, по-моему, пришел, чтобы мне хоть что-то поставили в четверти. Потому что я ходил на секцию, как бы. Можно было туда не шароевиться. Но это было давно, как бы. В смысле, я на секцию ходил во втором, по-моему, классе. А потом я просто хуй забил, и на физре в бассейн вообще не был никогда. Один раз, я говорю, вот один раз я на физру в бассейн ходил, на лыжи чаще ходил почему-то. Ремонт в бассейне у нас тостер делают вообще каждое лето. Там что-то плиточку обновляют, там, ну не всегда плитку обновляют. Но я был в бассейне в прошлом году еще, вот до этого хаоса коронавирусного. Вот. Вот, и там этот, как его, там, ну, там прикольно все сейчас. Более-менее цивильно. Да какое давно. Единственное,
Единственное, недавно, что ли, запрягают шапочки носить. Это немножко бесит. Ну, хотя, если такие вот короткие волосы, как у меня там, по-моему, до 9 миллиметров можно, типа, вообще шапку не одевать, тебе никто ничего не предъявит. Если тебя там медик посмотрит, короче, в шее нету, иди пизду купайся. Ничего тебе не будет. С гоковским пропуском билет бесплатный, а так 200 рублей, по-моему, 210, что ли, взрослый. 110 рублей детский, по-моему, билет. Час сеанса. Я в прошлом году туда ходил, каждый отсыпной суд. Когда с ластами, когда без ласт. Нормально. До плеч шевелюра. Серега Зе. Ну, раньше у тебя аж до плеч была шевелюра. Откуда, блядь, такие воспоминания? У меня никогда вообще длиннее, блин, этой какого... Как сказать, длиннее молодежной стрижки я никогда не носил волосы. Ты что? Я вообще никогда длинные волосы не отращивал. Мне всегда бесило то, что они мне мешаются. Там челка, если лезла на глаза, то я сразу же все ебашил стричься. Я помню, максимум самые длинные волосы у меня были в садике. В садике у меня было этот, знаешь, как под горшок, блядь, всех детей стригли в 90-е на. Вот у меня такая хуета была. И все, это самые длинные волосы, которые я помню вообще в своей жизни. Я еще помню, угарные прически были, типа, здесь вот, короче, такая челка, блядь, и сзади хвост, короче. А здесь все под ежика как-то, типа того, короче. Это шаг ебучий. И батники было модно носить. Батники джинсовые. Я, кстати, у Сереги, вот помню, батник был в школе. Как-то он ходил в таком. Серега Зе. Все ходили. А садик какой у тебя был? Теремок? Нет, почему теремок? Я же на Ленина. Получается, у меня был Колобок. Там же все в садики попадали по распределению. Если ты был на Баштырках, то у тебя теремок. Да. В садик всегда же попадали. Что в садик, что в школу, всегда попадали по этому... по месту жилья. Серега Зе. В школе все в этих трубах лазили, молнии пришивали. Я вот, ну, я трубы помню, штаны, короче, но я не помню, чтобы молнии самопальные шили туда. По-моему, нет. В колпаках, помню, гоняли. У меня был колпак Оникс, блядь. У кого-то там колпак этого, блин. Продиджи были, Металлики, Нирвана. Бэги, помню, все таскали. Серега Зе. Ну, кроме твоих панковских заскоков. А каких у меня панков? Я еще особо не панковал в школе даже. Это потом, может быть, в путяге, когда мы начали, блядь, хардкор рубить на гитарах, нахуй. Тогда вот, может быть... какие-то панковские были шмотки. Ну, типа, камуфляжные штаны, там, знаешь, галстуки, блядь, разноцветные, рубашки. Это я помню носил, да. А в школе никогда ничего такого я панковского не одевал. По-моему, у нас в основном в школе так это, блядь, рэперы выделялись. Ну, типа... Даже у нас было пару одноклассников. Серега Зе. Не, было в 8-9 классе. Дальше я свалил. Так я там после 9 свалил. И там уже мы начали в путяге, как только первый курс, середина первого курса, нам выделили комору, и мы начали репетировать. Тостер. Ты еще про день вежливости вспомни. Он был веселый день вежливости. Серега Зе. И на трудах пилили деревянное оружие. Да, у меня, помню, я сделал себе двуручный топор. Помню, ты мне его рисовал эскиз, нахуй, двуручного топора, как секиру, короче. Помню, его хуярили. Кто-то катану себе сделал, помню. Я помню то, что на этом, на токарном станке, короче, я член, блядь, сделал. Выточил. И потом раскрасил его в разные цвета. Мне еще трудовик подходит сзади, а я член точу, блядь. Он говорит, ну как дела? Я говорю, да ничего, говорит, точится, все нормально. Он говорит, ну ладно, точи.
Ничего он мне за это, по-моему, вообще тогда за этот урок не поставил. Тупо пробел. На оружие, блядь, двуручный топор, он довольно-таки, кстати, громоздкий. Он, наверное, весил, блядь, как настоящий. Серега З. Хули столько дерева. У меня вот есть. Столько дерева цельного. Тем более, там такая секира была, я не знаю, блядь. Как две башки моих, я не знаю, может быть, и три все, ёпт. Она тяжелая была, я помню. Скор, скор, спасибо за донейшн. Скор, thank you for donation. Рукава. Спасибо за рукава. Да, ладно, давай, погнали уже. А то что это мы? Тут Артусика в плен взяли, а мы себя не смотрим. Серега Зе. Я понятия не имею, о чем ты. Ты лжешь, друг мой. А я-то думал, дальше проповедует честность. Отпусти меня, Кольм. И завязывайте с этой со своей грызней. У нас у всех теперь проблемы посерьезнее. Ну, это я вижу так, если они схватят его, то позабудут про меня. У них очень хорошая память. Будь я на твоем месте, я бы взял деньги и сразу пустился в бега. Я знаю. Но мы дождемся, пока за тобой явится разъяренный Дач. Тапаем вас всех и сдадим властям. А потом исчезнем. Ты назначил встречу только для того, чтобы схватить меня? Само собой. Он будет так зол. Приобщиться сюда. Вместе с остальными твоими дружками. А законники уже будут его поджидать. Ох, Артур. Артур, я по тебе скучал. Пизда его ребрам, короче. Да, Влад, повыв. А кто это висит? Я просто только что зашел. А, да, Влад, это висит Артур. И, короче говоря, решили, по сюжету Дач и Мика, и Артур, они троем поехали на встречу со своими врагами. Враги эти поймали Артура, повесили его вниз башкой и ждут, пока... Враги, скор, спасибо за донейшн. Скор, thank you for donation. Удалением рукава. Что значит удалением? Это как? Удаляем, наверное. А, спасибо за сиськовер. Так вот, да, Влад. Короче, повесили они его и ждут, пока Дач с остальными придет Артура спасать, короче говоря. И они всех сдадут ментам. Что, потому что Серега, банда накосячила. У нас тут. А, удлиняем? Какая пожарка? MR.toaster. Удлиняем. А, пожарка, в смысле, Дач висит вот в этой вот, как его, в костюмчике пожарном. У него пижама такая. Между прочим, там еще на жопе две пуговички есть, чтобы дырку подстегивать, чтобы погадить, сходить нормально. Но они ему ребра нахер переломали стопудово, плюс у него еще большая сотрясуха. Если у него башка вся плывет, короче... Ну, вообще, обычно при сотрясении блюют часто. По идее, он мог бы захлебнуться блевотиной своей. Башку ему замотали, угарно, конечно. Как Аленушку, блядь. Так, раскачиваемся, да. Ну, стандартная фигня. В разные стороны. Вспомнилась такая фигня, короче, в путяге мы когда учились, у нас один чувак, ну, подрался, короче, и бок болит, внимания особо не обращал, потом, ну,
где-то месяц, говорит, болит, задолбалась уже терпеть, короче. Пошел к врачу, блядь, он его хуяк на рентген, короче. Смотрит, а у нее ребро, блядь, сломано. И все, ты, говорит, прикинь, дурак, то, что ты сейчас месяц проходил со сломанным ребром. Еще бы, ну, как бы ты мог бы как-нибудь неверно повернуться, она бы тебя могла в легкое вообще впиться, блядь, ты бы сдох минуты через 3-4. Вы бы скорая доехала. Вот такой вот поворот. Так что, если что-то болит, лучше идти к врачам всегда. Нагреваем. Зачем? Зачем мы нагреваем? А, он себе рану прижигает. Ставить. Давай, мужик. А закусить что-нибудь. По-моему. По-моему, не очень адекватно это сделана сцена. Я в плане том, то, что хорошо, он нагрел напильник. Ну, чтобы типа обеззаразить. Антисептик такой, скажем. Ну, скажем так. Такое не раз все видели в фильмах, то, что нагревает какой-нибудь металлический предмет, рану прижигает, кровь не течет. Окей. Но он почему-то этот напильник прямо в рану воткнул и начал ковырять. Твою мать, она только начинает у него затягиваться. Но в любом случае начинала у нее затягиваться. И он себе, блядь, еще этим напильником еще больше эту рану горячим расковырял, короче, и все. Что за чушь? Это как-то я не согласен с этой сценой в корне вообще. По идее, он должен, типа, напильник этот нагреть и приложить его. Но, блядь, это адская боль, короче. То есть, прикинь, у тебя мало того, что рана, короче. Я не знаю, сквозная она у него или нет. Он, типа, себе еще, блядь, как клеймо, короче, прижег просто. Он себе ожог, я не знаю, второй-третьей степени, блядь, поставил. Тут, как минимум, он должен заорать просто. Или вообще вырубиться просто нахрен от боли. Ну, еще... В фильмах такое бывает, короче говоря. Сыпать порох и его поджигать. Он напильником горячим себе рану расковырял. Теперь порохом засыпет. И это дело подожжет. Но! А что если, допустим, порох, который глубоко попал в рану, он не загорится? От крови, допустим. Тем более неизвестно, какой... Какого качества порох вообще? MR.тостер. Были то раньше мужики, не то, что сейчас. Не, ну серьезно, если... Ставьте плюс, кто согласен с этим мнением, то, что это, это кинематографично смотрится, но, блядь, нереально пиздец. А какую кнопку-то? Че он тупит-то? Быстро нажимать, нет? Да, быстро нажимать. Опять же охранник. Он слышит, что там чувак орет внизу, который просто у них находится в подвале заложник, на которого они делают, вся банда делает ставки. Он слышит, что он там орет, там какая-то движуха происходит. Сука, загляни и посмотри, просто загляни и посмотри, что там происходит. На, закрой рот, бро. Я, ты заебал, типа, орать. Я даже не взглянул, что ты там делаешь. Главное, эффектно. Ну, это вот, на чем держатся боевики, короче, 90-х и так далее. Вестерны опять те же самые. Я хочу домой. О, пошел все-таки смотреть. Давай, души его. MR.тостер. Они сильные духом, но не умом. Не то чтобы сильно духами, но разрабы вообще как бы не продумывают такие моменты. Если вы делаете реалистичную игру, как бы, если вы даже делаете анимацию яиц коня, блять, ну... Камон, сделайте, ну, как бы эффективную, ну, эффектную сцену, но более реалистичную, ну, типа, блин, я не знаю. Можно же что-то придумать.
просто хотя бы, чтобы он там, допустим, этот, как его, прижег просто рану, и все. Там ему поплохело, короче, но он там, типа, через пару минут пришел в себя, короче, и очнулся. Опять же, чувак, Артур висел прямо напротив ступеней. То есть, если ты спускаешься вниз по ступенькам, ты должен по-любому висящее тело заметить. Но этот хер, короче, пока со всех ступенек не спустился вниз, не спросил, что же тут такого хера происходит. То есть он зашел в комнату впустую. Ты, блин, ну че, ну камон, блядь. Когда вот ты заходишь в комнату, ты же сразу видишь то, что в этой комнате, мать его, никого нет. Там, если там есть человек, ты сразу же его увидишь. МР. Особенно, пост. Который висит вниз это башкой. Это классическая сцена из боевика. Все, Леша, не начинай. Не, ну доебаться надо до каждого кадра, чё ж нет. Тут и на то, конечно, я понимаю, то, что и упор. Вон с него, блядь, как с порося, сколько крови вышло. Он тут ползать должен на четвереньках, а не душить людей. Ну, серьезно. И, конечно, все понимаю, то, что он всю жизнь там, блядь, на свежем воздухе прожил и свининкой питался отборной. Но, камон. Так, спиздить тут нечего. Давай тогда, на картах. Что он там делает? Пытать человека это одно, а вот пичкать его историями о родине совсем другое. Пусть поторабливается, не хочу торчать здесь, когда сюда заявятся законники. Покиньте сектор верхом на лошади. Сектор приз на барабане. Так. Я думаю, парочку, наверное, придется завалить людей. Он, который рычком у нас стоит. Сейчас мы ему приписюнем. Так, забираем стволы свои. Блять, застрял тут. Я так понимаю, они дома где-то, в доме находятся. Забрать. Посмотри, да хули его осматривать, надо сразу забирать. Так, нет, стой. Экспресс-патроны и винтовка. Большой мешочек драгоценностями. Короче, я не свои пушки забираю. Я вот тут у них все пищу, короче. Ладно. Патроны, мои пухи вот здесь лежат вообще. MR.Toaster. Ему надо было сделать тысячелетие боли. Ставь лайк, если знаешь, о чем я. Нет, я не понимаю, о чем ты. Ну, с тысячелетия боли. Можно, в принципе, весь лагерь по этому, по-тихому выебнуть. Но мы не будем рисковать. Вернитесь на полуостров Клеменса. Давай, лошадка. Парни в Гладридкала расставили патрули вокруг хижины. Не дайте себя обнаружить и покиньте сектор. MR.Toaster. Забелешь это из аниме. А, нихуя ты. Так. Поехали. Блять, жизни-то у меня... Ну вообще пиздец, нихуя нету. На одного ебнул, как бы, этого достаточно. У меня он и то, блядь, половину снесли уже. Да и все, нормально. Я уехал. Не должно быть еще народу. А может, вон Артусик тут. Хуйня, выходят. Сейчас вы... Сейчас его чем-нибудь накормят, напоят. Отваляется. Все, он вырубился.
после прижженной раны он должен, блядь, так вот на лошади был ехать. Не убивая нахуй никого. О, уже сидит, все нормально. Он, походу, блядь, как росомахи, у нее регенерация. Ты бы хук-то подошел. Обычно только к лагерю подъезжаешь, а не сразу. Артур, Артур, привет, Артур. Что-то пытается попиздеть. Артусик говорит. Я же говорил, что это ловушка, Дач. Мой мальчик, мой дорогой мальчик, что случилось? Они меня схватили, но я ушел. Да, я вижу, что ушел. Мисс Гримшо, мне нужна помощь. Пастор Свонсон хотел натравить на нас законников, разумеется. MR.Toaster. Только ща понял, что смотрю стрим с самого начала, не на весь экран. А, ну, что мешает развернуть-то? Они троем пошли на дело. Но, блядь, вернулись с этого дела вдвоем. Камон, задайте себе вопрос. У вас одного чувака не хватает. Может быть, с ним что-то произошло? Вообще, ноль эмоций. Тебя, говорит, что, похитили? А мы не знали. Тебе больно? Пиздец. Уже, говорит, поздно извиняться. Свонсон, мистер Морган, вы в безопасности? Надо ложить его в кровать. Артусик говорит, ты в безопасности, все ништяк. Вон, и тут еще и пастор протрезвел. Просто замечательно. Мисс Гримшо, посидите с ним немного. Хорошо. Все будет хорошо, мистер Морган. Вы дома. И все, и он поплыл, короче. Сон про оленей. Видимо, родственники снятся. Через несколько недель. Я думал, я вас похороню, мистер Морган. Ебать, он оброс. Пока еще рано, пастор. Хорошо. Как вы себя чувствуете? Примерно так же, как вы. Короче, за несколько недель пастор перестал бухать и может разговаривать адекватно. У тебя какая глава уже? По-моему, это четвертая. Но, может быть, еще третья не закончилась, не знаю. Просто вот, видишь, написали... Через несколько недель тем же самым шрифтом, которым обозначает переходе на другую главу. И о том, что пастор бухать перестал, завязал, походу, испугался. А Морган за несколько недель оброс просто как павиан, как будто если ты у тебя рана в плече, блядь, и отбитая башка с ребрами, то бриться и стричься это запрещено. Я не знаю, что он не брился, вот серьезно. Видимо, там мандалушек выращивал. Жаль это слышать. Ну, берегите себя. Вы тоже. Зарос как лесоруб, который любит других лесорубов. Так, ну давай для начала вот как раз и побреемся. Да. 5 из 10. Охренеть. Бакенбард. Ну и дела. Так, а чё, волосы не подстричь, что ли? По-моему, у него были напомадить волосы. Реально, блядь, как Басков. Ну, хоть так, хоть куда ни шло. Но это пиздец, конечно, напомаженные волосы. А чё он, правда, не подстрижется? Ладно, это можно сделать потом в Сен-Дени. Когда мы в город ломанемся, в большой. Там будет у нас цирюльник.
сейчас пока до цирюльника, до Китая раком. Но Сен-Дени уже мы близко к нему. Можно, конечно, туда сгонять, но там побочками заебут. Так. У нас тут ничего нового, да? Окей. Билл Уильямсон. Билл Микайшон встречается с Грейми в салоне по поводу работы. Давай. Сейчас будет кинематографичное задание. По-моему, сейчас будет как раз замес. Вот, две семьи будем убивать. И так далее. Ну, что-то в этом роде. Точно не помню. Я помню то, что это все вот именно то задание, последнее, как раз про эти вот две семьи. Оно смотрится как такой эффектный, добротный вестерн. MR.FTOST. Со взрывами, что погонями и так далее. А хер его знает, что за штат. Может, там написано? Ну, вот это вот Лемони. Тут новый Ганновер. Амбарино. Тебе это о чем-то говорит? И вот нет. Все, дальше я не могу оттянуть карту. Это вот все, это вся максимальная игровая зона. Сюда типа пока нельзя, сюда можно будет только после конца игры. Мне вот ни один этот город не знаком по названию. Ну, естественно, их там в 20 веке их все переименовали и так далее. Ну, не знаю. Это надо просто взять и загуглить. Ван Хорн какой-то. Все. Я где-то в розыске. А нет. Короче, не знаю, что это за штат. Где-то на Диком Западе. Но я думаю, это явно не юг. Типа как средняя полоса США, я так думаю. Кстати, интересный вопрос, если интересно, ну, мне тоже стало вдруг интересно, если не сложно, то можешь загуглить. Scarlet Meadows. Не знаю, что за штат. Ты сегодня отлично выглядишь, Билл. Заткнись. А, вот эти... Подельники мои. Здорово, ёпта. Так, давай мы меточку берем с карты. Прогулка по живописному городу. Извини, что опоздал. Ну ладно, надо идти. Какой у нас план? На встрече с Греями в салоне. MR.TOSTER. Есть маза, что это Миссури? Может быть, тут есть болото, крокодилы, вся фигня. Может быть. Это даже вот, я даже как-то как-то больше склоняюсь к этому. Вот и Миссури. Хуй его знает. После той истории, потому что мы должны оставаться с ними, и они платят. Какая махрада им нужна? Скоро узнаем. Ну, пошли. Билл, как по-твоему? Это хороший план. Дай сказал, что мы продолжим с ними работать, пока не найдем это золото. Им можно доверять? Тут есть люди, которым можно доверять? Да, они потом скоро скажут. Они сказали, что с лошадьми. Произошло большое недоразумение. А сгоревшие поля... Они не знают, что это сделали мы. Да неужели? Ага, они думают, что это сделали Брэд Уэйты. Слушайте, я к этим Греям присмотрелся, насчет этого дела они не врут. Они нас втянули в эту старую войну. И при этом мы не пользуемся, а наоборот, все нас все используют. Говорили, что Кэтрин Брэд Уэйт... Постой. Тут что-то не так. Вот сейчас тебе что-то не так, а с самого начала говорил. Неплохо. А кто им засаду устроил?
Давай-ка мы, наверное, да? Винтовочку. Я говорю, тут будет задание просто убить город. Okay. Чё, кто еще? Не вижу, кто стреляет. Так. Я очень зря вышел с укрытия. Меня чуть не заебенили. Кто с кем воюет-то, блядь? Понятно. Потеряшки что-то. С одной и с другой стороны атакуют, а кто в кого стреляет, я так и не понял. Где наши, где не наши, сдалека не заметят. Так. Давай. Серега, стрельба здесь, кстати, такая же прикольная, как в Максе. Обожаю Максу больных. Тут такая же стрельба, как в пятом GTA. Прямо это вот одно и то же. Даже перекрестия одинаковые. Готово. Лечимся. Так, вот этот, кажется. Да, стреляет, подонок. В игре еще тупее, чем я думал. Так. Блять. Ну, попади. Готов. Серега Зо. Кстати, да. Та такая же. Но в Максе самый топ. Я в третьего Макса Пейна не играл. Наверное, да? Блять, это все еще не сдохло. А, плюс, от первого лица все намного приятнее. Думаешь? Кстати, вот никогда GTA 5 не лобал от первого лица. Да, Влад, повыв. А что будет в конце РДР? Тебе серьезно нужны спойлеры, чувак? Серега, ты не играл в трех Макс? Там шикардосно все. От сюжета до геймплея. Я раз 7 прошел. Серега, все умру. Нет, не все. Так, я думаю, надо что-то сажать, потому что меня сейчас могут заебенить. А эти чуваки все респавнятся, и им как бы вообще похер. Давай, сожрем. Ты не играл в третьего Макса Пейна? Нет, не играл я вот Пейна. Я, кстати, тебе скажу то, что я во второго и в первого-то не особо играл. Я, по-моему, в первого начинал, а второй только видел. Ну, это классика, мать его, это знать надо. Да, Влад, если хочешь, я тебе как бы могу рассказать весь сюжет RDR 2, но тогда, я думаю, тебе будет неинтересно. Лариса, мне без разницы. Я к спойлерам относительно отношусь, в плане том, то, что иногда мне как бы похер, я могу спойлер послушать, а иногда вообще как бы лучше не стоит. MR.Toaster. Без спойлеров я в RDR не играл. Хочу посмотреть, чем все закончится. Вот, к тому же. Тогда лучше без спойлеров. Давайте. Все постепенно. Да, все Влад, будет. Повыв. А ладно, не надо. В конце все умерли, даже собаки в городах. Ты что, чуму какую-то ебаную устроил? Или у меня в конце умерли все, даже собаки в городах. Что там, Хиросиму пизданул, что ли? Что за херня? Там не должны все умирать. Не все умирают. Серега, без спойлеров. Смерти будут, это дикий запах. Тут должны как бы сдохнуть люди. Пизду, надо валить отсюда. А то они респавнят.
Вы чё, пидоры, блядь? Ах ты, сука. Он, походу, с дробаша меня заебенил. Ну, кто ж знал-то, что там будет два чувака сразу же. В одном здании. Короче, нас менты сдали. Я ему почку прострелил. Нахуя там чувака подбросило просто от моего выстрела. Проберитесь через... через заднюю дверь. Видишь, я не успел прочитать. Выбивай дверь, твою мать. Чё, это ограбление. Нихуя не вижу. Мой спойлер в том, что всё смерть. Вот суки. Прям в упор, блядь, стреляет, а я забежал, в стенку смотрю, ничего не вижу, что происходит, кто меня стреляет. Серега З. Ладно, коллеги, я сгоняю за пивком. О! Это хорошо. Я думаю, может тоже себе кофейка налить. Ну ладно, посмотрим, пока еще ладно, играем. Кто его ёбнул? Спасибо, Микос. Морган, ты теряешь хватку. Ну да. Не задвигайте мне про хватку. Внутри все равно безопаснее, чем снаружи. Они в оружейной лавке. Давай немножко пообносим этих ребят. Я к окошку. Ну вот, садись. Один готов. А, не вижу из-за пули ни хера. Бля. Ну, он где-то там же. Пуля все свернулась. А. Спасибо, Серега, за подарок. Блять. А у меня тут вся игра, нахуй, наебнулась, меня сейчас убьют. Я как отсюда этого, блять. Твою мать. Как теперь это все свернуть? О, неужели? Надо, наверное, я думаю, эту хуйню в стиме отключить, да? Чтобы, блядь, она баннером поверх всех окон вообще не вылетала, блядь, и не захуярила у меня всю игру. Потому что скоро Dark Souls у нас на подходе. Не дай бог такое Но спасибо, Серега, за подарок. Серега З. Играй топ в трех частях. Остальные не так крутые, парни. Но сюжет везде связан в одно целое, если интересно. Серега З. Сори за краш. mr.post. Серега С. Играю только в третью часть, остальные не так круты по мне, но сюжет везде связан в одно целое, если интересно. Да, я это помню, то что у них Remedy Entertainment старались всегда, короче, вот именно свои сюжетные игры связывать между собой. Ну, конкретно я имею в виду то, что все части Макса Пейна, они связаны, но больше всего связаны первая и вторая, судя по сюжету. mr.toaster. Сережа стрим сломал. Ладно, он заработал, все ништяк. Третья часть, кстати, к первым двум, как по мне, по-моему, белыми нитками пришит. Хотя хер его знает. Надо как-нибудь обзорчик глянуть, да? На всю трилогию Макса Пейна. И не главное не вырубиться. Серега З. Такс. 20 минут на пиво.
Не проходите пока дальше. Но я пока постреляю, там как посмотрим. Как получится. Вот опять задание же. Надо город убить. Суки, они еще окружают. В упор с третьего раза попал, охренеть. Вот че, блядь, животные. Вот опять в него ему стреляешь, а убиваешь корыто. Так. И один еще там на крыше стопудово. Эти трусы убегают. Похоже, это все. Еще нет. Шериф Грей. А Билл? Где он, черт возьми? Найдем его потом. Так, давай-ка мы. Патроны, револьвер. Пока это все дело бесплатно. Меня за это ничего не предъявят. Напиздим-ка мы халявных патронов. Нахер покупать. Все равно оружейнику пизда. Патронов я тут довольно-таки прилично уже слил. Мы сейчас еще и кассу, наверное, обнесем. По-моему, по карме за это не предъявит. Так, касса. Да ладно. Но это нечестно. Что это за оружейный магазин на Диком Западе? И нельзя кассу обнести. Причем до задания ее нельзя было грабить. Ой, точнее, ее можно было грабить. Кстати, я этих двух чуваков уже грабил. Я вот с этого, он возле двери валялся. Я с него обручальное кольцо стащил. Ага. И дверь, где он пацана держал, тоже закрыта. Полутаемся пока. Полезно. Потому что сейчас еще какой замес будет. Могут и патроны закончиться. Хотя патронов-то у меня до хрена, но лишняя всякая херня, пока игра это позволяет делать, почему бы и нет. Вернитесь к банде. Так, ну тут уже игра начинает предъявлять. Поэтому далеко не бежим. В окрестностях чисто. Ну, вон там Мика стоит, надо к нему. Следуйте за Микой. Подожди, чувак. Конечно, жадность фраера погубит, но может сейчас миссия слететь. Ну, попробуй. Попробуй полутаться. Максимально жадно всех обнести. Блять. Что за дела? А это снова Steam шалит, походу. Ай, блядь, надо было его закрыть. Эй! Да, это снова Steam. Ах ты, сука. Так, окей. Да, блядь. Это можно как-то свернуть? Неужели? Спасибо.
А ебись ты, колотись, вы чё, угораете, что ли? Хули все открывается. Ты что, говно на дороге? В обилии? Ну да, нихуя дерьма сколько. Как будто стадо прошлось. О, можно его прям это, через прутья, через забор ограбить. Блять, минус карма. Это был мирный житель. Мы выйдем. О, Билл. Бросайте пушки. Оба. Не надо, вы ведь знаете, что мы не можем. Лучше бросай оружие, шериф. Я ему мозги вышибу. Хочешь составить своему дружку компанию? В любом случае, вы все покойники. Морган? Ну? Ты ебло ему стреляешь, ему как будто похуй. Черт. Жестоко. Откуда я мог знать, что возьми? Ну как откуда? Они нас уже подставляли. Мы им не нравились. Мы разрушили их ферму. Мне продолжать? Отстанет к нему, Морган. Он пытался нам помочь, как и ты. Как и Хозди. А ты только жалуешься, когда что-то не получается. Кроме тех случаев, когда ты сам во всем виноват. Ты сам не знаешь, что говоришь. Ты ведь ни о ком не заботишься, кроме себя самого. Ты строишь из себя бог знает что. Но ты ничуть не лучше нас всех. Я с вами, парни, уже сколько? Полгода? И ты все время только жалуешься. Да, драться ты можешь, а вот думать нет. Ты не можешь ни того, ни другого. Ну ладно, пастушок. Билл, забери тело. Похорони его где-нибудь в тихом месте. Мика, нам с тобой пока лучше не разговаривать. Ой, я так тебя боюсь. Проваливайте, кретины. Пизда городу. Он, походу, вымер вообще. Он был для меня как надоедливый младший брат. Сколько всего нам довелось пережить. Что же мы натворили? Да ничего, полгорода просто. Ну... Город Роуз и его окрестности на особом положении. Оставшиеся в этой области законники будут искать вас. Короче говоря, мы накосячили, и надо теперь выкуп платить. Чтоб законники не предъявляли. Поэтому первым делом надо что-то жрануть. А потом херачить в почте ближайшей. Так. Надо желательно, чтобы... Похер, пойдет. Это раз. Почему нельзя сразу, блин, несколько каких-то продуктов сожрать? Было бы куда удобнее. По одному только ест. Так. Теперь. Ну, видишь, у меня в двух этих участках ищет теперь. А, ближайшая почта, но что у нас тут еще? Угу. Никаких побочек, ничего такого. Можно, конечно, попробовать. Тут ближе, потому что скакать. Да? Где он находится? Угу. Тут. Можно по-тихому пробраться в город и заплатить бабло, и они сразу же типа отъебутся. А может предъявят. Наверное, лучше, да, лучше не рисковать. Лучше все-таки куда-нибудь съездить поблизости. И заплатить бабло. Потому что ментов на хвост это такое себе удовольствие.
Давай, мы быстренькому доедем. По-моему, эта перестрелка мне баксов 200 обойдется. Ну, а так всегда. Косячат все, оплати я. Карма хоть близок положительная. Надо было того чувака на балконе не обыскивать. Ладно. Попробуем что-нибудь поделать. Полезно. Как бы еще где-то только середина игры. Еще всяких дел будет полно. Кстати, можно еще бабла в банду скинуть. Тоже плюс к карме. Почему бы нет? А туда на помощь зовет? Да нет. Показалось. Это псина просто гавкает. Собака сутула. Давай, подсрежу. Стараюсь приглядываться, чтобы какую-нибудь побочку выцепить. Карму подрихтовать. Это пока ни хрена. Одни животные пасутся рядом и все. Так заебись то, что не надо лошадь наглаживать. Она типа прокачана максимально. Так, вот там какой-то чувак. Что там за чувак? Костер жгет. С ним никак нельзя взаимодействовать. Это скорее всего этот золотоискатель. Моя лошадь умерла, я тут застрял. Помогите мне, мистер. Чему болтать, а? Питер. Он не один, что ли? Она говорит, лошадь. Урод. Ну давай мы его все равно грабить не будем. Он как бандюга, он стопудово нищий, так что взять что-то с него не получится. Максимум какую-нибудь бижутерию там долларов за 10-15, это самое большое, что можно с него содрать. Но получить минус к карме, что гораздо тяжелее. Отработать, так сказать. С баблом вообще проблем нету сейчас. Так. Клерк станции. Билет и выплатит штраф. Ок. Ага. Заплатить все бесплатно. В смысле, меня, короче говоря, в любом случае ищут, даже если я откуплю.
Заебись они делают. Ну-ка, подожди, может глюк какой? Выплатить штраф. Да, штрафов нет. Храниться бы надо, получается. Тогда что можно и передать? Ментам бабки не нужны. Может быть, потому что мы ментов как раз и завалили. Слишком много трупов. Ладно. Все равно это как-нибудь да утрясется. Только зря ехал, короче, сюда. Ну ладно. Дело-то житейское. Я так понимаю, да, что нам сейчас придется как раз вот эту вот финальную миссию в этой главе проходить. Мы завалим, скорее всего, оба клана. И Греев, и Брейквойтов. И как там, Брэдвейтов. Потому что от Греев практически, по-моему, ни хрена не осталось. У него же, он же был с шерифом. И у него еще пивнуха была. Мы перехерачили полгорода. Соответственно, Греев меньше, Брейтвейтов больше. Ладно, посмотрим. Поезд. А, это железная дорога просто. Мост, точнее. Мост железной дороги. Потом в Сен-Дени, короче, поискать какие-нибудь седла, стремена на лошадь, чтобы ее вообще максимально качнуть. Потому что у нее типа запас прокачки еще есть. Небольшой, но есть. И к оружейнику надо будет забежать. В городе он в большом стопудово имеется. К оружейнику и попробовать стволы Флако. И Геринджера. Так, это менты. Мы с ними не связываемся. Там какого-то зека перетаскивают. Не будем ему помогать. Тут так, косяков полно. Чуть стоянку банды не проскакал. Ориентировался вообще на вот тот свинарник здоровенный красного цвета. В зловещем подозрительном все тумане находится. Так, давай, наверное, с кармой сначала. Бабла им швырнем. Мы найдем мальчика, я обещаю. Ну да. Общак лагеря, 1,5 куска долларов. Это стопудово, все моя заслуга. Потому что там по книжке только ты в основном все скидываешь.
Давай учетную книгу, кстати, посмотрим. Вдруг что-то можно еще докачать. Почему бы нет? Что? Купить. Лекарство есть. Жратва готова. Патроны. О, вдруг. Здесь всем. Закончим. 3-4 закончили упражнение. Так, давай бабло сольем. Давай, наверное, мешочек золота, вот этот вот. Постой. Он мне нужен, почему? Ну и вот так. Назад. 11 долларов это все обошлось, плюс карми. Давай еще раз. Предмет. Поехали. Чик. Назад. 12 баксов. Карми не засчитали. Сливаем все, что есть по металлу. Предмет. Видимо, казна начинает повышать лимит поднятия кармы. Назад. 50 баксов. Плюс карма. И мы еще сверху бабла им подкинем. Ну так, чтобы они особо не балдели. 200 долларов, я думаю, им достаточно. Ровно 200. Плюс карма. Короче, сначала примерно район 10 долларов, потом увеличивается примерно от 30 до 50. И третий раз примерно от 50 до сотки. Я думаю, так. Артур, ты не видел мальчика Джека? Нет. Где, черт подери, мой сын? Где он? Где мой сын? Его похитили, да? Они похитили моего сына. Кто его похитил? Мы думаем, что его забрала старуха Брэдвейт. Иран видел каких-то ребят, похожих на Брэдвейта. Где мой сын? Если с ним... где мой сын, Дач Вандерлинда? Мы его найдем, мы вернем его тебе. И мы убьем всех недоумков, которых хватило наглости тронуть хоть один волосок на его голове. Эбигейл, я даю тебе слово. Просто верни мне моего сына. Клянусь богом, я верну этого мальчика. Прямо сейчас. Дач, мы только что узнали про Джека. Тебе еще бойцы нужны? Почему бы нет? Мика, Киран, если появится кто-то чужой, убейте его. Все остальные погнали. Ладно, давай вернем парнишку. То есть у них в планах было наебать обе семьи, столкнуть их лбами, они друг друга перегасят, ну и грабануть то одну и вторую семью. По истории получилось иначе. Одна семья их поставила в... городе, куда они приехали якобы какой-то план выполнять, помогать и так далее. Это со стороны Греев. А семья Брэдвейтов вообще спиздила пацана Джона Марстона. Ну, типа, в заложники его взяла. Сейчас и им пизда придет. Короче, все не так, как они рассчитывали, планировали. Стоять. Меточку с карты. Бах.
Дальше, наверное, они нас раскусили. Да, Грей только что задали нам жару в городе. Да, я слышал. И про Шона тоже. Сейчас я не хочу даже думать об этом. Сосредоточимся на Джеке. Это конец третьей главы будет. Вот эта миссия. Клянусь, я там всех поубиваю. Полегче, Джон. Держи себя в руках. Я в порядке. Как они его поймали? Не знаю, но мы его освободим, а они за все это заплатят. Точно тебе говорю. А как же золото? Плевать на золото, Джек у них. Не хотел тебя расстраивать, но у них вряд ли это вообще есть. Если есть, там спрятано так, что никто его не нашел бы. Что, я всюду искал. Да что же такое, Хози? Это и после всего, что мы сделали, нас опять обвели вокруг пальца. Мы их недооценивали. Нет, это они недооценивали нас. Хватит болтать. Нет смысла спорить, почему так вышло. Так вышло и все. И мы все исправим. Так что вперед. Черепашки на ниндзя, вперед на. Сейчас мы устроим им кавабангу. Детей воровать нехорошо. Так, соберись, без команды никому не двигаться. Идите рядом с дачей. Так он впереди, а мне как бы всех... А, не, можно. Нет, не можно мне всех пообогнать. Да не важно, короче, где мне держаться. Так что принципиально не важно. Так, все, слезайте с коней, идите ко мне. Дальше пойдем пешком. Ну, стволы у меня с собой. Че у меня с собой? Винтовка и дробаш. Да, норм, у меня одной винтовки за глаза. Сначала Шон, теперь Джек. Зря мы полезли во все это. Немного поздновато для этого. Сейчас все исправим. Как будто они не знают, что мы идем. Да, мне кажется, знают. Тут все к хуям собачьим окружено. Артур, без тебя ничего не выйдет. Артур, ты идешь или нет? У нас нет времени. Я чисто как батя подошел потихонечку. Не торопясь. Ладно, за дело, ребят. Джон, ты точно справишься? Да, я же сказал, что все в порядке. Идем за мной. Эти обнищалые семейки надеются извести нас. Ничего этим выродкам не удастся. Ну, прям, мы банда. Вот они. Кем надо быть, чтобы похитить ребенка? Я этих сукиных детей на части разорву. Джон, ты должен держать себя в руках. Да он разъярен, естественно, ребенка спиздит, вы чё? Выходите сейчас же, грязные выродки. Чего вам, черт подери, надо? Надо возле укрытия поближе держаться. Сейчас по-любому замес будет. Спокойно, Джон. Мы пришли за мальчиком. Вы знали, что мы придем. Теперь вы поняли, что надо было, не надо было у нас воровать. В чем бы вы нас не обвиняли? Обоснованно или нет? Это же маленький мальчик. Так дела не делают. Верните его. Проваливайте с нашей земли. Серьезно. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Где-то 10 человек. Если вы не хотите общаться как цивилизованные люди, понеслась. Блять, я чуть дальше ухо не прострелил. Улетел. Дальше поехали. Дергается, как и блоха. Ну-ка, в морду его прям.
Я, походу, другого убил. Тут вообще неудобно очень вылезает мужик этот. В ухо ему нахуй. Так. Артур, Джон, Холли, за мной. Остальные будьте начеку. Так, ну он меня не звал куда-то. Нет, мне все равно надо туда идти. Грабить мы будем потом, да? Ищем пацана, короче. Нет на шкафу, под шкафом нет. Быть может, он в шкафе. Письмо. Оно без меня пацана не найдут. Читать. Что там? Спасибо за письмо, а теперь, когда небольшая проблема, понятно. Про бабло и так далее. Аджела Бронта. Пацан на втором этаже. Понятно. Это агрессивно настроенный чувак. Я думал его пошугать, как бы, и он сдастся просто. Ни хрена. Сейчас я поднимусь. Подожди. Блядь, Джон, ты так не пугай. Давай, наверное, дробаш возьмем. Ближний бой поудобнее. Черт, Артур, мы их задержим. Давай, ёпта, открывай. Артур, иди, за дверь мы отвечаем мы. Надо в обход просто. А, вон они где. Ну окей. Сейчас мы того рот наоборот. Так, это наши. А вон там не наши. Блять, он еще не подох. Ты че, мужик? А походу рыбаком. На всякий. А там еще и другой второй. Так, это, по-моему, наш валяется там. Ебать, ну как мужта ебать. Меткий глаз, готово. Чё, все? Давай разберемся в эту комнату. Погоди. Помогите Джону выбить дверь. Че, он сам никак, что ли? Я ни черта не вижу. Ну давай, баху. Раз, два. Понятно? Я ему подбородок прострелил, кстати. Пацан-то где? О, старушка, блядь, из Вергиль, попалась. Ты хочешь, чтобы я и тебя прикончил, старуха? Сволочи, где мальчик? Мы прожили в этом доме 120 лет. Мы не знали никаких бед, кроме Янки. Где мальчик? Кто его забрал? Ты убил моих сыновей. О, я их всех остальных перебью. Если не начнешь говорить, я знаю, что ты за человек. Обычный мерзавец. Где? Пацан. Мразь. Ну харкни ты ему, ну картина же было бы. Ну всегда так делает. Она должна плюнуть ему в лицо.
120 лет они прожили, пиздец, они что, вампиры, нахуй? Может, они хуиры какие-нибудь? А с ними что делать? Че она орёт? Он все равно мертвый уже лежал. Давай выволочим эту ведьму на улице, если еще остались ее сыновья. Нет, они мертвы. Нет! Он там в истерике бьется. Надо ей башку отрезать. Ну что же, подпалим эту лачугу. Парни, Джека точно нет? Дач, мы везде смотрели. Где они пацана тогда заныкали? О, кто такой? Разберешься с ним, Артур? Да его Джон, наверное, убьет. Вот и закончилась эта проклятая игра. Все горит, все раздолбано. Но пацана так и нету. Проклятые янки. Да. Вот так-то. Ты мне никогда не нравился. Зачем вы забрали мальчика? Вы украли мой самогон. Детей нельзя трогать. Вы украли моих лошадей. На войне не бывает правил, мистер Мэтьюс. Да, да, точно. Где мальчик? Мои сыновья дали его Анжело Бронте. Думаю, он в Сен-Дени. Либо там, либо уже на полпути в Италию. Артур, давай. Что нам с ней делать? Оставь ее. Я же говорил, она чокнутая. Пацан так-то по тем временам, пацан так-то попал, наверное, в рабство. Может, по крайней мере, попасть в рабство. Продадут вот так вот на раз, будет шестерить до конца жизни. Ну или плетьями просто забьют. Будет каким-нибудь гладиатором там. По этому поводу есть, кстати, хороший фильм, называется «12 лет рабства». Все образуется, Джон. Все образуется, слушай, Датча. Я не жду, что ты меня поймешь, но я еще никогда так с тобой, как сейчас, брат. Так поступает... поступаешь правильно. Если я не вызволю мальчика, я... Она нас всех убьет, я знаю, но... Если рассуждать логически, он должен быть жив-здоров. Они забрали его, чтобы припугнуть нас. Никто не похищает детей, чтобы причинить им вред. Он прав, Джон. Что скажешь, Артур? С мальчиком все хорошо, но, разумеется, Марстон напуган до смерти. Мы убили всех тех людей, заварили такую кашу. И все это зря. Нет, нет, не зря. Чтобы выжить, мы вернем мальчика. И уедем отсюда. Верни. Слушай, Дач. У нас проблема. Не проблема, а гости. Решение проблем. Добрый день, джентльмены. Мистер Вандерлинде. Мастер Мэтьюс, полагаю. И кто ты? Рип Ван Винкель. Добрый день, сэр. Агент Милтон. Детективное агентство Пинкертона. Агент Рост. А, мистер Морган. Рад снова вас видеть. Чем обязаны? Агент Мурло. Не знаю, известно ли вам, но теперь это цивилизованные края. Мы поубивали всех тех дикарей не для того, чтобы такие люди, как вы, вели себя так, будто человеческое достоинство и правила приличия — это какие-то неслыханные понятия. Всему этому пришел конец. В этих краях никакой цивилизации не пахнет. Есть лишь человек, до того одержимый алчностью, что от всего его естества остался лишь неуминуемый, неуемный аппетит. И поэтому вы считаете, что у вас есть право брать то, что захотите, убивать кого захотите, а остальных вешать? Кто назначил вас мессией этих заблудших душ, которые вы увели так далеко? Я всего лишь искатель, мистер Милтон. Вы убийца, мистер Вандерлинде, и не более того. Но я хочу предложить вам сделку. Пора. Вы пойдете со мной, а остальным я даю 3 дня на то, чтобы убежать, исчезнуть и начать новую человеческую жизнь где-нибудь в другом месте. Вы пришли за мной?
рискуя жизнь, отправились в логово подонков и убийц, чтобы подарить им возможность жить и любить. Какая самоотверженность. Да, что-то здесь нечисто, кстати. Я не хочу убивать всех этих людей дальше. Только вас. В таком случае, сочту за честь составить вам компанию. Простите, друзья. У меня назначена встреча. Все насторожились, у него глаза, кстати, накрашены. Сдается мне твоему новому другу лучше уйти, Дач. Вы совершаете большую ошибку, вы все. Да, какой кошмар. У нас есть нечто такое, за что не жалко отдать жизнь. Как же нам не повезло, мистер Милтон. Перестаньте нас преследовать. Скоро нас здесь не будет. Увы, не могу. И когда я вернусь, со мной будет 50 агентов. Вы все умрете. Бегите отсюда, глупцы. Бегите, пошли. Берите от меня руки. Бегите, говорит, глупцы. Что будем делать? Нужно уходить отсюда. Как можно скорее. Какие будут предложения? Есть один старый дом на болотах в окрестности Сен-Дени. Нас там все равно, конечно, найдут, но мы так выиграем несколько дней. Несколько дней нам хватит. Это недалеко, называется Шейли Белл. У нас с Ленни вышел конфликт с предыдущими жильцами. На это укромное место. Вы с Артуром двигайтесь сюда и проверьте, не заселился ли кто-нибудь в этом доте еще. Ленни, ты проследи за теми дурнями. Убедись, что они уехали. Джон, мы заберем Джека и свалим отсюда. Остальные собирайтесь. Угу, по коням. Сейчас всем табором туда заедем. Зарехнуться можно. Мы соберем вещи, но нам нужна новая стоянка. Доберитесь до Шейди Белл. Следуйте за мной, я знаю дорогу. Ехать еще до хера. По-моему. Так, только что же была дорога мне, нет? А, вот, появилась. Все обойдется, Джон. Нам надо спасать Джека. Но сначала мы должны увезти всех. Пока этот гад Милтон не привел сюда целую армию. Мы не поможем Джеку, если нас посадят в тюрьму или вздернут. Я даже не знаю, что и думать. Просто нужно действовать с умом и не кипятиться. С умом? Ты шутишь? Да, если бы, ну, если действительно был бы такой замес, то менты бы уже по-любому пришли бы сюда с армией. Но они же, блядь, ну реально, должны сложить одно с другим. Ну, типа 2 плюс 2. И о том, то, что... Вокруг умирает пачками люди. Пол города исчезает вот так вот. Чикса полдня там, я не знаю. И везде вот эта банда фигурирует. Артур, Дач и так далее. Везде какие-то ограбления и так далее. Ну, блин, если действительно у ментов был бы косяк на них, они бы туда ломанулись просто всей бандой и перехерачили бы всех. Тут не такая уж жесткая банда Чаков Норрисов, я не знаю, которых нельзя завалить. Там буквально-то, ну, из боевых единиц, то ли, полтора землекопа. Остальное там какие-то 5 проституток, пару алкашей, дети даже есть. По-моему, немного, но все равно. Ладно. Мы так насадили, что привели их прямиком к вам. Ну, то есть, сколько людей мы убили за последние недели? Вот именно. Об этом надо думать. Слишком много. Это все Дач играет в свои игры. И Хозия тоже. Тихо, тихо, тихо. Легендарные жулики проворачивают делишки. Они думали, что тут есть над чем заработать. Так ведь всегда бывает. Слушай, Марстон, я даже не знаю, что сказать. Не всегда все получается, как себя представляешь, это все знают. Джека нет, мы потеряли Шона, Мака, Дэйви, Дженни. И ради чего? Прошлое не изменишь, можно только двигаться дальше. Но когда-нибудь мы должны начать учиться на своих ошибках. Ладно, не все так плохо, у нас была черная полоса. Но у нас будет все хорошо. Мы выкарабкаемся. Дач все исправит, Дач придумает новый план. С каждым новым планом наши дела идут все хуже.
мы все дальше и дальше от нашей цели. Нельзя во всем винить Дача. Ты имеешь право злиться. Но не накручивай себя, этим мы только себе делаешь хуже. Черт, ну и дела. То есть они сначала рассчитывают на Дача, во всем его слушают, а потом, ну не слушай его, не все планы нормально его работают. Типа, но все равно от них не, они не отказываются. То есть они осознанно лезут в какую-то залупу, а потом такие, ну окей, мы что-то сплоховали, давай просто переедем. Съебемся от проблем, вот и вся. Бедолага, мы сами выбрали такую жизнь, а он нет. Не знаю, по-моему, эта жизнь выбрала нас. Ты, я, Дач, Хози, мы уже давно вместе. Это да, и за это время много чего изменилось. Я уже не знаю, было ли это прошлое таким, каким мы его помним. И были ли мы такими. Марстон, я же сказал, не лезь в эту кроличью нору, это к добру не приведет. Я плохо обращался с Джеком и с Эбигейл тоже. Я не хотел верить, что он мой сын. Знаешь, когда я заблудился в горах после Блэквотера, то подумал, я могу прямо сейчас уйти, и никто этого не узнает. Но волки решили иначе. Слушай, прямо сейчас ты здесь, и скоро мы будем как раз недалеко от Сен-Дени. Как только отведем всех в безопасное место, найдем этого Бронта и вернем Джека. А что это за место? Его Ленни нашел. Старое разрушенное поместье на плантации. Там засела другая банда, но мы их оттуда выкурили. Возможно, они двинулись и к другому убежищу. Именно там мы нашли динамит для ограбления банка. Проблем быть не должно, но это все равно нужно проверить, все ли чисто. Так, теперь нужно налево по дороге. Где-то я это уже слышал. Ну да. Ну, как говорится, свято место пустым не бывает. Там, наверное, занято уже. Придется еще немного повоевать. Вот оно, впереди. Четыре стены и крыша. Да, мы делаем успехи. Ты еще не видел, что внутри. Ты уверен, что тут никого нет? Я ни в чем не уверен. Так, оставим лошадей здесь и глянем. Так, главное, что оружие у меня с собой. Остальное похер. А, черт, снова они. Да, блядь, ты попадешь в нее. Жопу ему прострелил. До свидания. Есть еще кто? Позже на втором этаже. Ну давай сначала проверим. Нет, тут все закрыто. До свидурки. По-моему, в этой комнате еще кто-то есть. Нет, смотри-ка. Помазь замок, да? Надо проверять наверняка. Серьезно, отмычка? Не-не-не. Нахер отмычка. Мы сюда так и так проберемся потом. Я знал, что ты придешь. Или ты, или какой-нибудь другой трус. Ты что, самый храбрый, что ли? Охотники за головами, освобожденные рабы, политика. Политики. Армия преступников, которая захватила наши земли и наше правительство. Дед сейчас будет стрелять. Я их всех пережил. Мы продолжим нашу борьбу. О, самовыпил, бог ты мой. Ну что там? Встретимся с Джоном у входа. Так, мы никого не обыскиваем. Хорошо, говорит, поможешь мне? Да, сейчас.
Кого там схватил-то уже? Помоги мне тащить эти тела. Я не хочу, чтобы остальные на это наткнулись. А деда там никто не хочет убрать. Скорее, он тяжелый. Так тащи, что ты, я не знаю, встал. Их надо в болоте похоронить, стопудово. Шли в болото. Так, сюда, бросим трупы в болото, вон там. Ну. Как викингов их похороним. Брось. Да. Плюх. До свидания. Ладно, с остальными я разберусь. Надеюсь, тут купаться никто не захочет. А ты встречай караван и веди его сюда. Заберите еще один труп. Блять, тут их три. Короче, всех жмуров надо повытаскивать. Чтобы не брезговали. Людишки. А ничего то, что тут кровь, допустим, дырки от пуль. Похер, да. Никто не догадается. Ну вот что, как будто никто не пойдет, там, я не знаю, то же самое поссать или тарелку сполоснуть. Ничего не увидят. То, что тут крокодилы, блядь, плавают. Чуваки валяются. Там еще один труп. Не надо мне ля-ля. Камень какой привязал кому к яйцам. Добро пожаловать в новый дом. Кто станет вашим и скором, и моим скромным жилищем. Но жить здесь хорошо. Только на трупы и аллигаторов не обращайте внимания. Это рай. Мне нравится. Мисс Гримшоу, мисс Пирсон. Будьте добры. Преобразите это место. Артур, ты поедешь со мной. Конечно. Давай. Дач. Дам? Можно тебя на пару слов? Не сейчас. Поехали, Артур. По-моему, отсюда мы как раз и будем кататься тудым-сюдым. Сен-Дени, да, вот она открылась, локация самого большого города, короче. Тут придется много чего сделать. Надо будет в конюшню, короче, к сырюльнику и стволы подобрать. Но это после выполнения основной вот этой миссии. У меня столько забот, а она хочет поговорить. У тебя с ней все в порядке? У меня сейчас есть более важные дела. Мне не до Молли Оши. Так куда мы направляемся? Нужно взглянуть на все это восьмое чудо света, о котором все говорят в Сен-Дени. Судя по карте, эта дорога должна привести нас прямо туда. Ладно, похоже, этот день еще не закончился. Еще не совсем, ты молодчина, Артур. Все прошло нормально. А, все прошло нормально? Парочка незаконченных дел. А Джон? Примерно так, как можно было предположить. Это удар для него. Мы спасем мальчика, чего бы нам это ни стоило. Расспроси жителей про Бромте. Осторожно, конечно. В людных местах начать можно с Салума. Нам нужен кто-нибудь, кто может вынести нас на него. Конечно. А Пинкертоны? Я почти уверен, что за нами никто не шел. Мы быстро убрались. Несколько дней мы должны быть в безопасности. А потом, по-моему, нам нужно уйти подальше. Убраться за океан. Мы влезли в эту историю с двумя семействами. Потеряли Шона. Теперь я смотрю намного иначе. Я долго верил, что рай для нас где-то на западе. Но теперь я уже и не знаю. Значит, мы покидаем страну? Возможно, я еще не решил. В любом случае, нам нужно больше денег. И кроме того, сначала у нас есть более неотложные дела. Civilization. Мы туда и едем. А скорее всего, мы просто едем сейчас пока в Барешник. Okay,
Так, вот и он. Настоящий город. Будущее. Охуенно. Кстати, там он, радуга. Либо это ЛГБТшные облака. Большие города? Отвратительно. Именно. Встретимся там. Ты пойди выясни, что к чему. Ладно. Ну вот, по-моему, третья глава закончена. Да. Глава 4. Сен-Дени. Примерно это середина игры. Как-то так. Для начала. Все закрыто. Валя. Потому что время, наверное, неподходящее. Что у нас по времени? 4 часа. Откроется где-то через 103, наверное. Давай мы хотя бы лошадку там почистим, что-нибудь сожрать и дадим. Спасибо за донейшн. Скр-скр-скр. Thank you for donation. Включи чат, пишем, а толку нет. Я понял, потому что, короче говоря, давайте сейчас перекур, короче, сделаем. У меня Steam, короче говоря, выскочил баннером и все к хуям закрыл. Я не знаю, получится ли возродить. Попробуйте что-нибудь написать, Катя. Пробуйте в чате написать. Давайте, наверное, перекурчик сейчас на 3 минуты. Сейчас подойду. We'll be right back.
Что, не работает чат? Это, походу, надо перезагружать ОБС-ку. Хреново. Ну, я вижу, что вы пишете. А уф, не робит. Чат умер. О. Ну, попробуйте что-нибудь написать. Для начала, короче, в конюшню надо заехать. Которая закрыта почему-то. Подожди, может мне самому надо туда зайти? Да, надо самому там появиться. Чатик, оживи. Да, короче, он в ОБС-ке не отражается, но я его вижу, чат. Вижу, что вы пишете. Так, морковь, сено, ну давай затаримся, короче. Не шибко тут все, я смотрю, лошадь пожрала. Покупать для нее тоже нечего. Так, ну давай тогда мы ломанемся, короче говоря, мы ломанемся к оружейнику. Где он, кстати? А где оружейник? Ясно, оружейника пока нету, значит пойдем пострижемся хотя бы. А вон оружейник. Блять, ну понеслась вот это говно нахуй. Сука. Основная проблема Сен-Дени, короче, то что тут слишком очень дохера народу. И ты постоянно, блядь, кого-то сбиваешь. Поэтому желательно тут вообще, блин, без лошади типа ехать. Давай лошадку покормим. Что-то и в нее выстрелили. И меня еще заодно. Пойдет. Короче, не разгоняться главное. Причем на второй, на четвертой плойке у меня была такая фишка, что сам Артур, проходя мимо прохожих, иногда бросался и душил их. Хотя этого... О, чувак опять Гевина ищет. Пойдем к Гевину. Я его потерял, говорит. Someone must have seen an Englishman. Really funny he is. А с ним ничего нельзя. Нет, можно что-то сделать. Привет, мистер. Вы не видели Гевина? А что не так? Я его нашел? Нет, но я буду искать дальше, он пропал. Я проснулся утром, а его нет. Наверное, его кто-нибудь похитил. Может, он просто ушел? Гевин? Нет, нет, мы с ним лучшие друзья. Настоящие лучшие друзья. Он бы никогда меня не бросил. Никогда. Гевин! Лошадь! Я себе места не нахожу. Гев. Так, ладно. Мы с ним больше ни о чем говорить не будем. Пускай он ходит, ищет этого Гевина. Да, настоящее ДТП, как в GTA.
Тут надо поаккуратнее, короче, потому что тут ментов наскрести себе на шее очень просто. Я тут предпочитал, при первом прохождении предпочитал тут проходить именно пешком, побегать по городу. Есть скупщик. Давай-ка мы к скупщику зайдем. Маленькая золотишка. Закрыто что? Но он же с окна ничего не может торговать, правильно? Значит, вот он. Здорово, мужик. Это доктор. А так. Посмотреть каталог, наверное, да? Что у него есть вообще? Тоники, стимуляторы, уход за лошадью. Понятно. Хотя. А, ну это то и есть. Я там какой, блядь, мужик нарисовал. Угарно. На Ивана Поддубного похож. Продать. Так. У меня есть кое-что. Вот такое кое-что, вот такому кое-кому. Ниже. Подожди, у меня же был мешочек с золотом. Что за хрень? Жатва. Тоники. Компоненты. Угу. Ну идите вы тогда в очко. Да-да-да. Так, лошадь, ты главное никого не затоптай тут. Я тут просто так, когда помню, на ментах потратил где-то, ну не спиздить пятихатку. То лошадь кого-нибудь врежется, то он кого-нибудь задушит просто так. Тут иногда люди даже просто начинают на тебя бычить, если ты их плечом толкнешь. Ну, типичные гопники, короче говоря, вокруг ходят. Вот, типа того. Поосторожней. Я прошу. Ах ты, пидор, он у меня 200 баксов пизданул. Ах ты, сучара, блядь, а. И смотри, какая гнида. $287 ебнул у меня. А ну, стоять, гандон. Нихуя какой. А ну вернись, говорит. Стой, или я буду стрелять. Это ты, блядь, совсем рехнулся? Ты у кого бабки пиздишь? Главное его не ебать. Так, как бы его поймать-то? Стоять, сука. Верни деньги. Простите, я виноват. Я виноват. Вот, держите. Все, до свидания. Горожан ограблен, один из пяти. Серьезно? И, короче, меня заебись, они поступают. Вообще, просто шикарно. Это пидор у меня долбанул $287. 56 центов, по-моему. Я его догнал. Пушку. Где бабки? А он, блядь, заебись. Вот, держите. И теперь на меня, короче, все обиделись, походу. Наебись. Охуенный город. Крысюк, блядь. Так. К оружейнику я шел. Или я у него был? К оружейнику. Не помню, был у него или нет. Так, вообще надо ствол убрать. Опасно. Да, я ж только заходил к оружейнику, он у меня тут же бабки ебанул. Крыса драная. А, модифицировать. Ковбойский револьвер, карабин. Угу. Крыздор. Да, типа крыздора.
Двухствольный. Да, нечего тут вообще. Подожди. Что мы еще можем сделать? О, патронов у меня полно. Давай хотя бы боеприпасов не берем. Сука поступил. Ну да. Так делать нельзя. Я же мог его просто завалить. Мне тогда еще, короче, и убийство припаяли бы. Стопудово. Не исключая то, что на мне уже типа ограбление какое-нибудь висит. Заебись, уже стемнело. Давай к цирюльнику, короче, пока он открыт. Патлы свои подстричь. А то как это, блядь. Как хиппи оброс. Лошадка. Ну, лошадь догонит. Вот в этом городе можно поймать вампира. Так. Барбершоп. Здорово. Постричь волос. Прическа, борода и усы. Да, прическа. Стрижка, стиль. Под афро можно? Ну, примерно так, ну, такое там будет. Пойдет. Помада. Почему не, почему не постоянно... Стрим будет идти еще час где-то. Почему они постоянно предлагают мне напомадить волос? Что за хрень? Я понимаю то, что это было модно, но... Ё-мать. Помада. Ну, блядь, что это за говно вообще? Пробор слева. Фейт с пробором слева. Пробор по центру. Спасибо, ничего не надо. Ладно, побрились и ладно. Теперь можно что-то думать. Тут у нас, короче, примерно вот в этом вот районе у нас задание про Теслу. Только он тут Тесла не называется, он некоторый, ну... Просто, короче говоря, безумный ученый. Анджело Бронте. Причем это тут везде, короче, да? Ну давай вот в первый барешник мы и зайдем. Дач хочет, чтобы вы расспрашивали людей в общественных местах об Анджело Бронте. Сейчас мы, короче говоря, по сюжету нарвемся на карманников, которых тоже надо будет догонять очень долго и упорно. По этим улочкам, потому что они тоже хотят у меня скрысить бабло. По-моему, так. Это все это общественное место? Полтора землекопа, шароябис. Надо в центр, короче, войти. Я понял. Stick 'em up, cowboy. Я наоборот всю грубо бородятин, он до колен растил. Зачем? А вдруг он будет об меня спотыкаться? Ну не знаю, это не гигиенично. У них и так с ваннами проблема. Ну я прикалываюсь, конечно. Можно, ну без разницы какой у тебя. Какая у тебя длина волос и бороды. Правда не знаю, какая максимальная длина. Но тут без разницы. Только чисто ты будешь как урод выглядеть в касценах, как Чубакка. И все. Руки вверх, как бой. Он приссал уже. Да, очень смешно, Дач. Я так и думал. Вот мы и прибыли на удивительную землю святоши развратников. Настоящая мексиканская Гамора. Да, все города мне кажутся одинаковыми. Так что, как успехи? Я проспросил людей о мистере Бронте. И насколько я понял, нам лучше всего начать с этого заведения. Но пока что мне там не везло. Значит, стоит попробовать мне? Думаю, да. Только не горячись. Ты меня знаешь. Буду ждать здесь твоего скорого возвращения.
Она тут до пояса растет. Я, кстати, я вот не знал, до какого момента вырастает. До пояса, блядь, прикольно. Ну, это пиздец, дигитоп, короче. Только у них рыжие были, а тут она просто русая. Так, у нас... И все смотрят. Чего вы пялите, педрилы? Это у нас, короче, бордель местный. С блэкджеком и шлюхами. Все, продолжайте. Приятного, блядь, всем аппетита. Такой у нас штат Лим. Маленький французский секрет Америки. Поэтому мы его любим. С пеленок. Так, крикнули бармен. Эй, мне тут кто-нибудь нальет выпить? Сейчас подойду. Или до тех пор, пока нас всех не смоет. Нас каждый год этим пугают. И ничего. Блять, мне кто-нибудь нальет бухнуть-то? Остальным штатам сюда. Извините, пожалуйста. Похоже, этот посетитель очень нетерпелив. Что вам угодно? Вы выглядите как любитель виски. А тебя как бы ебет вообще, нигер. Молока мне, ёпт. $1. За виски? Ну да, это настоящий виски из Шотландии. Ладно, налей себе. О, спасибо. Послушай, хочу задать тебе вопрос. Ты что, не знаешь о парне по имени Бронте? А кто о нем спрашивает? Я спрашиваю. Нет, забудьте об этом, друг. Что значит забудьте? Слушайте, я не знаю, что у вас за дела, но лучше вам об этом забыть, друг. Вам и вашему приятелю, что приходил до вас. Угу. Бронте? Анджело Бронте? Мистер Большая Шишка. Мистер Большая Шишка имеется в виду член, наверное, да? Надо запомнить этот момент. Мистер Жрущий Длинный Итальянский Спагетти. У меня от него мурашки по коже. Тот еще мутный ублюдок. Ты понимаешь, о чем я, друг? Сейчас о чем я? Как его найти? О, я думаю, тебе надо поговорить с уличными мальчишками в переулке. Они знают, где его найти. Вот что, приятели, будь осторожен. Иммигранты, им нельзя доверять. А почему он должен вот этому чуваку тогда доверять? То есть этому верь? Мне верь? А этим не верь. Давай метку с карты выберем. Нам сейчас пацанам надо идти, которые меня грабят. Дети мелкие, кстати, что это? Картоха. Яблоки. Красные и зеленые. И, походу, тоже картоха. Потато. Ой, ебать, кореец. Сопудово же кореец. Они себе такие прически делали. Лысый. Красота. И с косичкой. Опоссум сгнило. Че сгнило? Какой опоссум? Пес его знает. Ебать, фикус. Здорово, пацаны. Чё, курим, блядь? Какой класс, ёпта. Буржуазия. Беспризорники. Эй! Эй, папироски не найдется, мистер? Я ищу человека по имени Анджело Бронте. Он итальянец. Я его знаю. Его все знают. Где он? Мы отведем вас к нему. Но не бесплатно. Пожалуй, я смогу заплатить. $5. Где он живет? В Нью-Йорке? Я человек дела. Пока вы не заплатите, я никуда не пойду. Господи. У меня вымогает деньги ребенок. Вот, веди. Сюда, мистер, за мной. Ты идешь, Клит? Это ебаная республика Шкит. Я им пятерку, блядь, заплатил, нахуй. Они мне 200 спиздили, стопудово. Ну, алло, я, естественно, большое. Ну, вот я говорю то, что она заебатая, охуеть. Просто у нее там корни, наверное, как у дерева, блядь. $5. Держитесь ближе, тут потеряться расплюнуть. Идемте. Вы недавно в городе, мистер? Не слишком давно. Не волнуйтесь, никто не знает города лучше нас, Клита.
Неужели? Надеюсь, вам это не пригодится, но вот тут на углу живет доктор, он хороший. Вот к этому доктору, короче, я чувака на дороге нашел, я нашел чувака на дороге, оттащил к этому доктору, он ему руку отпилил. В прямом, блядь, эфире. Типа того. Ну, это была побочка, которая случайно появилась, пока я золото искал. Справа стоит книжный магазин Барретта. Он славится на весь город, хотя сам я книжек не читаю. А тут настоящее произведение искусства. Мистер, это церковь Девы Марии. А, понятно, спасибо. Она построена по образцу знаменитой церкви в Тулузе, что во Франции. Мистер, вы в Тулузе были? Нет. Мы тут католики, а не какие-то там баптисты или еще кто. Мама говорила, раньше протестантов жгли на кострах. Но теперь мы все друзья. Разве это не прекрасное доказательство того, что Бог любит всех нас? В наших краях такой красоты наверняка нет. Смотрите, какие шпили. Шпилик мелкий. Вонючки мелкие. Так, а где этот? Вот он развалился. Где-то надо срезать. Надо мелкому пидору, я думаю, стрелять по ногам. Лошадь? Лошадь где? Блять, он на бегу не свистит. Я только людей смеши. Стой, гаденыш. Крысюка мелкая. Быстрее, представь, что ты за козой гонишь. Сейчас, блядь, колено тебя прострелю, будешь представлять. И козу, нахуй, и все остальное. Мелкий засранец спрыгнул. Мелкие засранцы. Гонитесь за мальчуганом, мелкий пакостник побежал в ту сторону. Спасибо, друг. Тут сразу же этого вломил пацана. Ну-ка. Говорить. Доброе утро. Симпатичный у вас тут город. Ну, не буду мешать. Блять, спроси. Клит, ну и имя, да. Это сокращенно от клитер. Я думаю, да. Пацана не видел. А спросить, потребовать. Просто спросить. Эй, тут мистер, тут уличный сорванец не пробегал. Увы, не видел. Спросите этих джентльменов, возможно, они видели. Вот этих, да, двух. Знаешь, я скучаю по старым экипажам. Спрашиваю. Скажите, тут не прибегал мальчишка лет 14? Да, пробегал, он забежал за угол. Чёртов стукач! Ай, ты иди сюда. А тут цветы какие бешеные. Как будто из палеозоя, блин. Надо было лассо схватить. Там его обходим. Как тебе? Ну, ублюдок. Эй, дубина, проваливай! Но у меня хотя бы стамина. Ай, блядь. По крыше, я так понимаю. Нет, слушай, не по крыше. И так сойдет. Он уже уебал за 3-9 земель. Но мы по-любому его должны догнать. Последнее предупреждение, парень. Осторожно, дурачок. Сорванцы. Он на рынке. Упс, осторожен. Оборотник чуть не снес их, блядь. Ищите мальчишку на рынке. Это поможет? Нет, надо спрашивать опять. Заверяю тебя, огурец — это фрукт. С каких пор? Всегда так писали в газете. Так, говорить. Здравствуйте. Здравствуйте, ёпта. Позвольте заметить, что вы сегодня очаровательны. Я бабло спиздили, он свои глазки строит. Ты что, дикарь, что ли? Стой, 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 да вон он. Мистер, это весело, мне понравилось. Блять, я на каких-то фруктах, наверное, подскользнулся. Ебать, здесь забор вылез.
Стоять, педик мелкий. О! В чем дело, друг? Отдай мне мои вещи, мальчик, вы о чем? Я вам не друг. Вот этот сорванец, он меня обокрал. Отдавай мои вещи. И отведи меня к Анджело Бронте, к сеньору Бронте. Этот мальчик собирался показать мне дорогу, но потом решил обокрасть. Ну, хватит. Мистер, вы недавно в городе? Да ладно. Мистер, у мистера Бронте куча друзей. Но вас я никогда не видел. Мы не друзья. Мистер, вы никого не любите. Ну что, ему предложил на ботинок сесть, что ли? Охуеть, это республика Шкит, охуевший вообще. У мистера Бронте красивая прическа. У него прекрасный дом, и я горжусь тем, что работаю на него. Мистер, у него 50 человек. Зачем ему вы? Я просто хочу с ним поговорить. Не сомневаюсь, мистер. Вы и ваши друзья наводили о нем справки по всему городу. Это большое оскорбление. Вот то, что у него про него задают вопросы, какие-то грязные янки. Ну, мистер, вам и вашим друзьям стоит его навестить. У него большой дом в Фалливан-стрит, напротив парка. Эй, деревенщина. Теперь убирайся отсюда. Пиявки, блядь, мелкие, а? Обнесли еще и чуть не пизды не дали. Вернись, дачу рядом с салоном. Да, и без лошади. Так, побочка. Где-то тут. Мужик. Пожалуйста, да-да-да, вы, пожалуйста, дайте монету. На, держи. Дать денег. Норм. Нищим будем помогать. Плюсик к арме. Да. Сэр, вот возьмите это. Слабое чудо зелье. Приятно что-нибудь отдать, а не попрошайничать. Ну, норм. Ненавижу ползать на брюхе, упрашивать деньги, валяться здесь в грязи. А, понятно, да, я понял. По городу до хера разных тихо. По городу до хера разных активностей. Так что на коне это все можно пропустить. Много всяких поберушек там, церковных служителей, которые просят чем-то им помочь. Hey, look out. Инерция, конечно, у Артусика как у поезда, блин. Не сразу он останавливается. А где дач? Он в питейный, что ли, сидит? Там ты good morning. Может, он там. Вон он сидит. Чё там спрятался? Питейную закрыли, походу. Меня обокрали. Кто? Куча детишек. Хорошо, я не буду докапываться. Но я нашел мистера Бронте. Он что-то вроде большого итальянского босса в этом городе. И все его знают, но никто не хочет о нем говорить. Кажется, он живет в большом доме на Флавиан Стрит, напротив парка. Что ж, отлично. И что теперь? Мы нанесем ему визит. Мы с Джоном отправимся туда, ты тоже приходи. Мы спасем мальчика, чего бы нам это ни стоило. Но там до спасения мальчика еще как до Китая рака, так сказать. Не могу решить, что же меня раздражает больше. Город или болото. Там и там полно паразитов, рептилий и грязи. Мы уже забрались очень далеко от знакомых мест и открытых пространств. Ну да, сейчас уже заднюю тут давать поздно. Сама такая. Че, сел-то? Оригинально.
взял что-то, на колено присел, и почему-то у меня загорелась менюха приготовить еды. По-моему, выходя отсюда, у нас будет... Вот, нет, никого нет. Да-да, и вам не хватает. Так, ну, времени у нас примерно на одно или даже два задания. Активности. Угу. Два задания. Еще же был. Ага, вот тут. Я так понимаю, выпивая долги там и так далее. Ну, давай сначала белые, короче говоря, порешаем мы дела. ЛС это, по-моему, да, это фотограф Леопольд Штраус. Правильно? Ростовщичество и прочие грехи. Нет, это выбивая бабки, по-моему. Ладно, давай на вопросики вот эти. Ну, вот это сначала возьмем. Или до того добраться. Ну, в Борешнике. Давай до этого доберемся. Так, что за хер? Эй, купишь мне выпить, Монами? Это художник. Я помню про него квест. Конечно, что вам нужно? Бренди. Два бренди, приятель. Он по $2. Ну что, тогда надеюсь, он того стоит. Это самый лучший. Спасибо, Антер. Хорошенько страну вы тут строите, а? Кто строит? Я? Не знаю. А чем ты занимаешься? В основном людей стреляют. Как это по-американски? Мне нравится. А чем ты занимаешься? В основном я пускаю пуль в глаза, рисуюсь, жалуюсь. Как это по-французски? Знаю. Посмешище. Я объездил весь мир. Повидал все красоты и постиг одну вечную истину. Я первостатейный, как это говорится, обосранец. Засранец. И это тоже. Ну, по крайней мере, ты познал себя. Где тебе довелось побывать? Во всем цивилизованном мире. Я рисовал свои картины, общался с местными и все такое. Ты художник? Нет, я обосранец. Кажется, мы это уже выяснили. Да-да. Но ты рисуешь. По мнению парижских салонов, нет. По их мнению, я не могу рисовать, не могу писать. Мне лучше скрыться, и вот я скрылся. Скучаешь по Парижу? По грязному, вонючему городу, со старыми домами и призраками, и дерьмом, и французами. Этого мне здесь и не хватает. Пожалуй. Знаешь? Артур. Шар. Знаешь? Артур, не верь в искусство. Оно лживо. Верь в женщин. Они правдивы. Искусство — ложь. Но вагина — это истина. Груди — это истина. Искусство — это для идиотов. Ну, тебе виднее. Поверь мне, я пробовал и то, и то. И одно лучше другого. Намного лучше. Вероятно, я тебе наскучил. Но взгляни. Что это? Это просто небольшая зарисовка, не имеющая никакой ценности. Разве что ты захочешь ей потереться, но я хотел как-то отблагодарить тебя за бренди. Это очень мило с твоей стороны, Шарль. Пустяки. Рад был познакомиться. $8 мне это обошлось. Если никто здесь не забирался, то ладно. Мы потом этого Шарля еще раз встретим. Какой-то будет квест с этим художником. Типа что-то поискать, может быть. Не помню. Причем это до сих пор горит. Шарль уже исчез. Кстати, знак вопроса все равно не исчез. Ну давай. Давай сюда сходим. Маленькие активности.
немного поднять карму. Что у нас, кстати, по ней? Выше середины, но все равно. Лучше ее на верхней планке держать. Подайте милостыню. А, вот. Я ж говорил, тут мужик будет стоять. Вот вы, сэр, поможете обездоленным? Да, конечно. Давай бабла ему дадим. Не такой уж я и добрый. Но вы добры, сэр. Доброта у вас спрятана, я это вижу. У меня подлая натура, отец. Вы дважды ошиблись, сэр. Во-первых, я лишь брат. Кающийся монах, а не священник. Во-вторых, натура у вас прекрасная. Может, вы и наделали немало ошибок. Но с кем из вас этого не было? Вы себе не представляете. Но вы не представляете, сэр. Господь все видит. И этого достаточно и для него, и для вас. Посмотрим. Несомненно, сэр. Но почему бы вам не подстраховаться и не подать милостыню обездоленным? Очень многие сегодня лягут спать голодными. Да, чувак, вообще без базар. Небольшая помощь может все изменить, хорошо? Благослови вас, Бог, сэр. Как у вас успехи с этим делом? Боюсь, люди стали немного апатичны. Мой наставник говорит, что вся Америка строится на апатии. Это глубокая мысль. Должно быть, ваш наставник очень мудрый человек. Но иногда он ведет себя как круглый дурак. Но в общем, лучше него и никого не знаем. Это чудесно. Вот только бедность всегда будет с нами. Ну вот рабовладение, как я думал, мы искоренили. Но когда Сен-Дени служит перевалочным пунктом, отсюда рабов переправляют на острова. Я вам не верю. На дворе 1899. Может, вам стоит убедиться в этом? Я слышал, хозяин ломбарда в этом что-то знает. С зеленой двери. Говорят, он торгует не только поношенными украшениями. Помогите обездоленным. Короче... У нас рабы в этом городе идут через скупщика. Через ломбард. И ломбард у нас мчит на руку, короче говоря, мужичок этот. Немного забегая вперед, скажу то, что Артур потом тоже на этом острове рабов. Ну, где рабов распределяют, типа того, короче, вот, о котором острове говорили, короче, он там тоже окажется. Я все ищу знаки вампира. Они должны быть где-то на стене. Такой двинутый шрифт, короче, очень необычный. Так, ищите подсказки о местонахождении пленников. Смотрите, говорит, выбирайте. Обыскать ящик. Я думаю, то, что мне не подсказки надо искать, а просто на этого клоуна ствол направить, и он типа все расскажет. Она говорит, несколько картин, может, жену порадуете. Давай сразу продавцу позадаем вопрос. К делу, короче говоря. Ты не слыхал, приятель? Тут в округе никто не промышляет об работорговле. Что именно? Я думал, он врет. Где они? Кто? Люди, которые ты прячешь, я знаю, что они здесь, не в Риме. Честное слово, они меня заставили. Я всегда хорошо к ним относился, но меня заставили, сэр, клянусь. У него рабы где-то сидят, короче. Вон тот шкаф, который отодвигается. Ах ты, падла. Где они? За этим стеллажом есть дверь. Просто потяните за большую красную книгу. Называется «Последствия межрасового кровосмешения». Как это символично, блядь. Откройте фальшивый книжный шкаф, хорошо. Давай. Главное, чтобы он нас сейчас по затылку не долбанул ничем. Я бы его первым пустил, кстати, пусть спускается. А потом я типа за ним пойду. Чё? Каджиты? А этот удрал, короче. Так, подожди. Мы и кассу обнесем у этого работорговца.
Хлоп-хлоп. Блядь, минус карма. За пары долларов, серьезно. Я думал, он типа плохой мудак, и поэтому можно его мне обчистить. Арианку. Пожалуйста, помогите нам, прошу вас. Освободить, да? Все, Добби теперь свободен. Не бойся, я друг. Право. Кто вы? Мессия, ёпта. Валюба не вопросы задавал. Тебе, говорит, ничего не угрожает, не ссы, чувак. Ну все, его их по идее. Вернитесь к монаху, их надо к церкви тащить стопудово. Их там хотя бы накормят. Идите за мной, не бойтесь. Вас больше никто не тронет, обещаю. Все, пошли, отведу в безопасное место. Но если сейчас за священника кармоплюсом, тогда вообще в целом у меня все это задание просто нейтральное получится. Как-то так. Но они походу долго просидели в этом погребе. Потому что идут он. Щурятся нахуй. Я бы этого чувака тоже захватил. Этому можно кожу продавать. Ну, кожу, шкуру, кажется. Давай-ка побыстрее хотя. Брат? Брак Доркинс, друг. Артур, Артур Морган. Сюда. Вы были правы. Я нашел этих двоих в той лавке. Ну и ну. Это... Им повезло, что они повстречали вас, Артур. Поверьте, они редкое исключение. Кажется, они по-английски-то не говорят. Идемте, братья. Я сейчас вас накормлю. Эй, вы забыли вот это. Да-да-да. Спасибо, я... Вот. Плата за ваши услуги. Я не смог бы освободить их сам. Отдать бедным. Отдайте это бедным, брат. Спасибо, так и сделаю. Как я сказал, прекрасное. Идем, идем. Меня, навестите меня как-нибудь. Я частенько работаю в старой церкви на Гаспорт-стрит. Да, для меня, короче, это задание показалось нейтральным. Неху пока сам было шароебиться. Кассу бы не залез, плюс карми бы получил. Ладно. По-моему, тут у нас Никола. Тесла весь. Баны, никто не хочет лошадь-то забрать, она тут немножко разлагается. Что-то про лошадь спорил. Моя он под боком, а это тут лежит уже гниет вообще. Правда, хвост у нее не висит просто в воздухе. Ладно, поехали дальше. Тут, по-моему, задание пробухло. Прошу прощения, старина. Да, пробухло опять задание. Здороваемся. Что? Слушайте, это, конечно, странно прозвучит, но не знаете, где можно найти самогон? Что? Самогон, ну такая крепкая выпивка, крайне крепкая. А что, ты хочешь стать крайне пьяным? Нет, нет, мне не для этого, чтобы пить.
А для чего? Мне просто нужно немного. Ну, по счастливому случаю, ты находишься в алкогольном сердце Америки. Тут очень много выпивки. Но если тебе нужен самогон, пожалуй, тебе придется отправиться в лес. То есть тебе совершенно точно придется отправиться в лес. Послушайте, мне нужно совсем немного. А сколько? Около 100 галлонов самогона? Ну да, около того. Зачем? Ну хорошо, я строю машину. Машина любви. 100 галлонов самогона. С ними любовь тебе дешево обойдется. Пожалуйста, я заплачу. Просто доставьте его сюда. На это на благие цели. Ну, если уж кто-нибудь знает, где возят столько самогона, так это тот парень с дилижанцами из Роудса. Поговорите с Солденом на станции Роудса. Ну-ка, давай. Сейчас надо немножко украсть самогона будет. Ну или купить. Ну, по-моему, украсть. Вот этот появился чувачок. Он прям на почте, да? Профессор, научное милосердие. Так. Туда мы сейчас и дернем. Правда, ехать не ближний свет. В смысле аккуратнее, я его только с триганца бортанул плечом. Учитель у нас что-то, не учитель, профессор что-то задумал. Не помню что, но ему там какую-то машину, я не знаю, вообще поедет ли она вообще на самогоне. По-моему, да. Тут это задание, короче, по-моему, про изобретение первого парового двигателя. Вот этот чувак, он сейчас на самогонке машину сделает. Ну, точнее, движок внутреннего сгорания. На наших глазах вершится история. Тихо-тихо-тихо. Нет, ничего мы с ним не делаем. Его, возможно, змея укусил. Или что-то в этом роде, не знаю. Он просто взял и упал. Так, и еще, короче, да, появилось. Брат Доркинс хочет поговорить с вами. Со священником побочка нарисовалась. Ну и тут долги надо собрать. Ладно. Пока самогон и другие забавы. Все постепенно. Новых заданий тут не нарисуется. Все их я уже проходил, просто какие-то помню, какие-то нет. Что-то походу лошадка нервничает. Давай, 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 поехали. Разгончика. Помимо самого города, еще и этот какого. Еще и вокруг же города какие-то активности будут создаваться. Странно, почему чувак не встречался, который предлагал на перегонки покататься. По-моему, к этому времени мы уже дважды, ну, при том еще прохождении, мы с ним типа уже дважды встречались. Странно, но его нет. Может, что-то пропустил, может, попозже встретиться. Так, давай немножко мы... подсрежем. В Роудсе, по-моему, меня же разыскивали, разве нет? Стоять, мне на почту. Я только спросить, короче говоря. Не, слушай, сейчас вообще, по-моему, всем посрать.
Окей, позвякиваем шпорами. Так. Спросить о самогоне. Рад, что вы заглянули. Я достал вам информацию, которая вам была нужна. Самогон. А на этот раз мне нужно кое-что конкретное. Повозка с самогоном. Пацан, не хочешь немного самогона? Что ж, возможно, вам повезло. Я так и думал, что обратиться за этим стоит к вам. Наводка. Ну давай посмотрим. Какое-то болото. Читать. Мост на болоте Blue Water, к северу от Сен-Дени. Вам нужна повозка, идущая на юг. В задней части должны быть бутылки с самогоном. Везите их и поосторожней. Понятно, короче, нельзя разгоняться, иначе пизда самогона будет. Ну, надеюсь, получится аккуратненько это дело скрысить, так сказать. Нам в болото. По-моему, там, где наша вся компашка тусуется, нам туда. Так, давай что-нибудь сожрем. То, что повышает выносливость. И стрельбу. А можно вообще, типа, все в том месте. Пойдет? Нормально. Че, я зря тут жарехой занимался. Карт. Че? Какие узы? Узы, связывающие нас. Здесь можете найти кого-то постречать. Нет. Во-во-во, мне вот сюда. Профессор. Болото. Самогон. Вначале. Встречаем мы как-нибудь кого-нибудь в другой раз. Новая глава, новые активности и так далее. Пожалуйста, мне нужны деньги. Стоять. Ну чё ты за мудак кривожопый? Ну это как вообще? Ну, хоть я и сволочь. Давай я тебе дам доллар. Эй! Эй, снова рад тебя видеть, дружище. Как поживать? Ужасно. Из-за ноги? Нет, я к этому привык. Ну, то есть, я прожил с одной ногой намного дольше, чем с двумя. Нет, все из-за людей. Из-за этого жалкого сброда, который мне вынужден соседствовать. Так, может тебе уехать? Уехать? Ну, тут я живу. Все-таки это мой жалкий сброд. Тем более, я их-то давно ненавижу. Если вдруг перестану, то не смогу вспомнить, какой день на дворе. А вот ты? Слушай, лучше никого больше не возвращайся. Все? Да, разговор закончен. Он был не очень интересный, но тем не менее. А деньги-то надо ему? Что-то мы потрещали, а бабок я ему так и не дал. Это нейтральный разговор. Я думал, хоть карми плюс. Нихуя. Ладно, помчали на болот. Блять, тут какой-то. Пошли вы в жопу. Нет. То мы сейчас будем так 2 часа скакать до этого болота. На каждую активность может начаться другое задание. Сейчас еще, наверное, блин, будем 2 часа телегу эту воровать. Ну не 2 часа, стрим типа минут через 15 надо заканчивать. Скорее всего, а нет, смотри, дальше. Там, наверное, этот мост на поворот на Сен-Дени.
по-моему, здесь уже прокатывался как-то. Да, заброшенный маленький городок. Мы здесь уже были. Дилижанс, когда он, по-моему, воровал. Или что-то такое. Вот тут проезжал. Только мы ехали направо, а сейчас налево. Помогите! Чё, кого? Так, чё, мужик? Эй, мужик. Ну? Меня укусила змея. Понятно. Будем ему отсасывать. Высосать яд. Надо либо высосать яд из раны, либо лекарство. Но лекарство мы оставим на всякий случай. А соснуть ее у него можно. Это бесплатно. Никому об этом не говори, понял? Я перед вами в долгу, мистер. Надеюсь, когда-нибудь смогу вас отблагодарить. Это точно. Я пошел отсюда. Что-то мне здесь больше не нравится. Конечно, блядь, змей нашел. Все, можно, короче, валить дальше по своим делам. Короче, в этих болотах еще и змеи тусуются. Вот так едешь, едешь, хлоп, надо остановиться, соснуть у мужика яду, поехать дальше. Как говорится, яду не сосал, Blackwater не видел. Или как там это болото называется? Где-то здесь еще у нас эта черная вдова тусовалась, которую мы фоткали, бабища. Охотница за головами, вон я дом. Найтл. Дождитесь фургона. Сколько ждать? Так, вон он едет. Угоните фургон. Там 4 человека, ничего то, что едут. Окликнуть. Ты останови повозку. Что? Да ничего. Я вас украсть хочу кое-что. Обмануть. Ну-ка, ну-ка. Предупреждаю, что это дальше по дороге поджидает огромный аллигатор. Попробуем схитрить. Думаю, мы рискнем. Подла. Слезай оттуда и бросай оружие. Я забираю этот груз. Но они тебя уже не слышат, чувак, давно. Подла, поезжает. Я не помню, как я проходил это задание. Сейчас попробую прям на лету, короче, запрыгнуть. Причем я вообще никого не завалил. Дело. Фургон с самогоном уничтожен. По нему стрелять нельзя или что? Так, ну на развод они не ведутся, это факт. С дробашом.
сразу долбануть кучером, а потом всех остальных. Стой, 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 стой. А как же масочку? Вот так. Теперь уже. А, карабин, карабин, винтовка, винтовка. Барабаш. С охранниками как бы, блядь, покер. Похуй. Да. Боже, тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай. Такое себе ограбление, конечно. Ну хотя бы двоих завалил. Сейчас мы кучера хлопнем сначала. Готово. Хорош. Свидетелей не осталось. Короче, прячем, наверное, да? Лошадь зовем с собой. Но на карму это, кстати, никак вообще. Я смотрю, карме похер, короче. Четыре трупа. Так-то. Можно маску снять. Мало ли чё. Максимально аккуратно везем самогончик. Можно было бы, наверное, как-нибудь вывернуться и проследить, куда едет повозка. Потом там где-то ее украсть. Ну ладно. Карма не упала, самогон со мной, так что. Задание выполнено, и хер с ним. Всякие вариации заданий, разные вариации этого задания мы оставим для перфекционистов. Слушай, пилить еще прилично. Мужик, свали с дороги. Давить не хочется. Чем я совсем, кстати, неподалеку от Сен-Дени. Мы вот прямо возле его дома. Вот, я принес твой самогон. Привез, принес, похер. Так, не прицелиться. Что надо дальше его отвезти, эту тележку? Достать фургон с самогоном профессора. А куда его надо привезти? Вот в эту, блядь, там палатка мешает. Надо просто дальше проехать. Да. Норм. Вы чудесный человек. Чудесный. Деньги при тебе. Это на благие цели. Мое имя Эндри Белл III. Возможно, вы обо мне слышали. Нет, не слышал. Я изобретатель. Возможно, вы обо мне читали.
Я мало читаю. Ну, очень жаль. Деньги при тебе. Ну, это чудеснейшее изобретение, друг мой. О, вы, сэр, совершили подвиг. Я всего лишь обеспечил какого-то чудика выпивкой. Замечательно. Чепуха. Вы помогли мне разобрать самую гуманную машину на свете. Найти способ успокоить даже самые мятежные души, покончить с варварским обычаем казни через повешение. О, так гуманно. О чем ты говоришь? Об электрическом стуле. Бля, я маленько перепутал. Он не двигатель внутреннего сгорания мутит, а электрический стул. Да, это стул, через который пропущен ток. Это весьма интересно. Он тихо и спокойно отправляет грешников на Божий суд. Да, Божий суд. Где он? В моей лаборатории. Теперь мне нужно провести демонстрацию перед широкой публикой. Вы знаете начальника полиции? Все его знают. Чудесно. Можете убедить его, чтобы он разрешил провести демонстрацию. И тогда мы шагнем в следующий век. Не могли бы вы это сделать? Понятно. Надо ему жертву найти, короче, чтобы кого-нибудь на стул посадить. Ладно, будем на этом заканчивать. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Отдельное спасибо Сереге за донат. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока.